Компьютер завис. Я тут же по ресету тыкнул. SSD-шка от Kingston позволяет системе загружаться очень быстро, как видите. И запускаем сразу дотку вместе со стримом. Также надо браузер, наверное, открыть с чатиком. Надеюсь, меня там подождут все-таки. Заходим. Игра переподключится. Надеюсь, посмотрим. Выходи во Владимир через базилку Транквилы, потом разберешь. Слишком сложно. Нет, меня гуфнули, судя по всему. Или отвели на базу. А нет, счет 3-1, значит не гуфнули. Это хорошо. Пятый левел, тут восьмой, время потеряли. Паузу не это самое, не жалим, не ждали. Будем наверстывать. Блин, он шестого уже, ёпперес это. Уже лезет, прям в атаку лезет. Да ну нафиг. Там еще лагуна. Да, тяжело мне здесь будет стоять. Может перейти, пока не поздно. На другое направление. Давайте как шестой будет, так и пере... Ой. Так у меня и шестого может не быть. Он там готовится уже гуфать этот клокверк. Там... За башню и выцеливал как пуч хуком. Ой, там закат, оказывается. Ушли. Так, давай-ка возьмем мы, наверное... Банши по центру, да? По центру мне тоже особо не устраивает. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Этого мне не хватало, конечно же. Тут из инвиза показался товарищ из центра. Враг. Shadow Fiend. Сультил, ульта у него уже вторая. Жуткий дэмэдж влетает. Просто жуткий. И... Давайте я сюда перейду, на эту башню. Тут хотя бы лес есть, понимаете? Тини, сайленсер. Ой. Лучше пуф делать, чем... Сейчас шестой левел получим, настанет двое. Наконец-то. Башню унесли снизу. Слушайте, как печально-то получается. Очень печально. Но еще не вечер, на самом деле. Ох, сайленсер всех поворачивает назад. Из-за этой обилки. Тини еле-еле вообще уходит. Варлок может не уйти вообще. Вот он, шестой левел, слава богу. У нас появляется два человека, уже хорошо. И пойду-ка я в леса фармировать. Да, аганим давайте собирать. Поехали, раз, два. Начинаем пуфами убивать. Сейчас повеселее будет. Надо наверстать, у меня упущенное. Хотя базилка, кстати, нужна. Потому что маны не хватает. Как вы видите, уже. В центре какие-то замесы непонятные. Хорошо вард стоит, можно спокойно пофармить. На башне слева товарищи, все ок. Идем сюда. Оп, нет. Валим. Аккуратно. Там клокверк, с которым я
Один могу не справиться, хотя нас тут уже фактически трое получается. И Тини, и не Тини. А, Бон Флетчер тут, я понял тебя. Да беги ты! Сетку кинул, отступил вроде. Там ульту закинули. Бонни убьют, не убьют? Не вижу. Транквилы раз, транквилы два. Поехали назад. Shadow Fiend снова из инвиза. А, у него Shadow Blade уже есть. О, ну его убили зато. Блин. Там Клинкс таких лол, на таких лол хп уходит. Жалко. Ну, что ж тут сделать? Бывает. Продолжаем фармить. Нам нужно качаться и аганим. Аганим и качаться, потому что я не знаю, как играть с этим товарищем, если не это самое. Не будет достаточного количества этих самых мипа и достаточного количества маны. Четвертый скилл пуфа берем. Сейчас можно взять, например, визарди. Кстати, одного, наверное, можно отправлять домой. Хотя удобнее, когда их трое получается. То есть... Хотя, с другой стороны, какая разница? Нужно все равно всеми телепортироваться, чтобы отличиться. Да, это зря. Кура пока бегает не апнутая. И я один в лесу. Вот это не нравится мне, потому что... Давайте встретим Куру. Возьмем визарди. Возьмем вот этих вот товарищей. Фармит он, конечно, шикарным образом. Уходим. Так, дальше, наверное, стоит взять спойн бустер. Для хп и для маны, соответственно. Транквил надо было заюзать достаточно давно. Еще один левел. Берем вот эту вот пассивочку. Варда, к сожалению, нет. Но я вижу 4 человек на карте, поэтому, скорее всего... Скорее всего... Ох ты, там как такие замесы. А я в лесу. С нейтралами. Оп, нет, вот он, Бон Флетчер. Еще один товарищ, и я минус. А, здорово, пофармил. Да, без вардов это дело такое опасное весьма. Хотя, если есть Бон Флетчер, то и варды особо не помогают, но... Единственный плюс заключается в том, что я вернусь скоро с полными хп и с полной маной. Это приятно. Но в остальном прекрасная маркиза, 13-4. И, кажись, мы не доживем до мипа 16-го с аганимом. А если доживем, то... Боюсь, как бы не было слишком поздно. Хнык. Fortified. Так, Бон Флетчер уходит. Он на ТП уходит, да? Надо было идти вообще сюда, но... Я что-то пошел в лес. Ага, получает периодический урон. Массовое сало это здесь отбивается. Ух ты, тут Shadow Fiend мог... Да, убили Shadow Fiend'а. Это... Правда, я не понял, кто и как. Ой, там все сейчас гуфнутся, смотрите. Не, не здесь, а там. Вот минус лишь рак. Это минус Тини. Ну, куда он тут идет? С подводной-то лодки, правильно? А я фармирую. Дабл килл. 3-1 разменялись. Мочим. Крипов-то дело нехитрое бить. О, у нас набрался косарь, но я хочу же... Хочу же 1200 на поинт-бустер. И надо, наверное, отсюда валить, потому что меня на карте нет, и грамотный Бон Флетчер сразу поймет, что к чему. Прожимаем транквилы, берем куру.
Не апнутую никого нет, да? Беда. Как же быть-то? Даже в свои леса не хочется уходить. А придется. Восьмой левел сейчас девятый будет. На одиннадцатом появится еще один мипа. Так, здесь мы берем Point Booster, отдаем. Да ладно, продолжаю по лесам тогда. В центре там замес, как вы видите. О, Shadow Fiend, молодцы, убивают. Красавцы просто, просто красавцы. Так, еще два косаря, и у меня будет... Здесь можно было один юзать. Хотя... Курьер бежит. Давай, 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 давай. Хотя мана пусто... Уже маны нет, поэтому... Point Booster особо... О, этот здесь один. Как-то подозрительно. Что, они Рошана брали? Нет, просто мимо проходили, проверяли. Может, писаться по центру, а? Сайленсер, Лина, Клокверк. Да, беда. Я тут, я не успевал бы, по любасу. Надо было телепорт брать. О, вы сейчас по мою душу идут. Ой-ой-ой. Ну, блин, кидай ты. Сейчас будут обходить. Транквилы, транквилы. И в лес. Клинкса убили. Тини, спасибо. Хотел написать thanks, но еще рановато. Норм. Продолжаем. Продолжаем. Как сеточку замасим. У нее возрастет рейндж практически в 2,5... Да, нет, точно, в 2,5 раза возрастает рейндж. Значит, практически. 500-1250. Там Клинкс на тени что-то. Вопросы задает. Так, тут шрапнель прилетела от Клокверка, но в принципе... Сейчас мы вот здесь от крипов возьмем. Деньги льются рекой. Берем на ХП. Топорик, опачки. Ну, главное, топорик закупил. Есть? Нету, транквилы прожимаем. Сеточки нет, да? Сеточки нет. Жалко? Очень жаль. А здесь, с другой стороны, там Тини опять прикрыл. Ха-ха, спасибо. Ой, хорош. Thanks. Ёпрессете, вот это приятно. Сейчас пойду регинчик возьму. Возьму, наверное, ТП уже, чтобы периодически вписываться. Потому что скоро 11 левел, значит, 3 человека у нас будет. И можно будет уже хлоповать потихонечку. Так, восстановили. Идем в те же самые края. А, нет, ТП я забыл. А ТП... Да, надо продать, наверное, тангусики уже. Ненужные пару ТП взять. Можно было сюда при... И нужно сюда еще лететь. А ты пывкой, и ты пывкой. Раз, два. Они очень шустрые. Берем ультимейт, появляется третий. Мипо. Так, а вот теперь косарь накопить. Косарь. И все, ой, вверх, вверх, вверх пушат. Там и Клинкс. А, двое у нас вообще авк на базе. Понятно. Бывает. Просто ребята ушли. Бедный лишь рак, а. Даже ломиться сюда. Я бы ничего не сделал там. Вот с Тини мы можем попробовать что-то сделать, конечно. Транквилла прожимаю. Не, надо назад идти. Под башней стоять. Фактически нас сейчас двое против миллиона.
ни много ни мало. Я сеточку не докинул. Там их как минимум трое. Вообще там же еще Клинкс. Мид они сносят еще. Да, тут никак ничего не сделать. И двое вавки, но это, конечно, да. Это беда. Хотя нас по количеству 5 на 5, потому что 3 мипа, да? Это как-то не очень... Тинь идет в атаку. Ой, давай. Вот так вот. И вот так вот. Раз, два, три. Ну, давайте. Ну, хоть кого-то. Ну, ёпрысота, нет. Сейчас все умрем. Я не допрыгнул. И прыгнул не туда. И это до свидания. Это похоже на пятый слив, да. Это очень похоже на пятый слив. Если авкают, почему нет паузы? Как их ждать-то? То есть вот они вот, насколько они ушли. Если дисконнект, то ждем, а если авк, то чего? Тем более, если человек ничего не написал. Деспрофит вообще ливнул. Ладно, идем в атаку. Надо хоть кого-то гуфнуть. Шадуфин, 750, ерунда же. Кидаешь сеточку. И все, и ничего не получается. Да я опять от ульты Shadow Findao умер. Там все наши товарищи, все наши мипы пособирали эту ульту. Клинксом не успею. Сетка не так много времени дает. Они сносят право. Попробуем. Тут посражаться. А есть еще у нас кто-то? Да, вроде. Не, нас двое получается тут. Вообще найс. Пш-пш. А, господи, что за сегодня такой вечер, а? Вроде героев интересных дают, а? Раскрыться никак. Одному сейчас лезть. Ну давай Стини тогда, чего тут. Ой, Тини. Ладно, я... Нет, я не подойду даже к нему. Не успел запрыгнуть. Ой, бардак. Если была надпись Абадонт, можно выходить без штрафа. Ну да, была уже надпись, но как-то это неправильно, если еще кто-то сопротивляется. Сегодня героев не будет. Процентов 95, что не будет героев. Жалко. О, у нас два курьера. Так, ладно, давайте продадим щиток. Не хватает все равно на Аганим. Ничего не сделать. Ой, да ладно. Ну, прыгаем. Да, прыгаем на бестолку. Там уже и доспех, и вангард, и урна полная. Тини молодец, конечно. Пятое поражение. Мы идем на рекорд, кажись. Сегодня, если б я... Уфо учит, что 5% вполне себе неплохая вероятность. Да, 5% это, конечно... Ну, там максимальное, насколько я помню, 95 попадания. Или нет, соточка есть максимум. Да, кажется, есть соточка. Снайпы. Где-то была там вероятность 95. И иногда они попадали. Типа штурмовики в упор.
Главное не расстраиваться. Да, я стараюсь. Сколько всего поражений? Да так же, сколько и побед. Статистика, на самом деле, даже чуть плюсовая была до сегодняшнего дня. Но чувствую сегодня, ну там почти паритет, типа плюс 3 победы. Но учитывая минус 5, это будет уже отрицательно. Капитанский режим, и Миша будет капитаном? Да ладно. Ой-ой-ой. Сейчас капитан смот, надо было его, наверное, отключить. Из меня такой капитан, вы знаете. Капитан смот. Enemy's turn. Ой, бань фуру. Сейчас мы будем искать фуру. Фура где-то в инте, наверное, обитает. Фура моя фура, вот он. Your turn. Фурион запретить. А как вы говорите, зачем вы говорите, кого банить, если вы еще не видите, кого они пикнули? То есть, кого они забанили? Так, кого сейчас? Бан Рики НПЛ. Бан Рики. Рики. Ловкость, Рики. Сларк. Они похожи. Войд. Вот он, Рики Мара, отлично. О, как. Дарксир, Висп, Никса. Блин, вас послушать, я должен всех героев побанить и играть на двух последних. На пуджах, на миде будем все играть. Баратрума бань. Два Валеры в тиме, это сила. У нас два Валеры. Валерий. Нет, у нас только один Валерий. Я тоже Валера, пишет Sail of Freedom. Круто. Так, кого пикаем-то? Ёп, РСТ. Кого? Кого брать? Катаны. Пика героя. Сейчас мы будем... Я хочу услышать чаяние. Ну, давайте, давайте. Ну? Давай Вайда возьмем. Нагу возьми. Поздно. Ладно, воид сгодится, говорит, окей. Мипов фест пиком. Понятно. Я любым буду комбо придумывай. Комбо придумывай, мне он говорит, комбо придумывай. А, господи. ВД Виндранер. Нет, это Вин, как он? ВД, что такое ВД? Опять я путаю. Вич-доктор? Да, доктор. О, ВД Вич-доктор. А что, стрим слушаешь, что ли? Вот у нас уже пошли. Интеллект, Вич-доктор, Вич-доктор, Вич-доктор. Нашел! Не нужно ВД, но ясно. Блин. Класс. Поздно. Поздно. ППЦ ему напишу еще. Рубика можно. Окей. О, господи. Миша, читай чат. Да вы тоже такую чушь пишете, противоречивую. Бери себе мип, остальное неважно. Не, я буду брать то, что останется после того, как... А, банить. Кого банить? Танка. Кого банить? Кто самый сильный? Кого они взяли? Взяли, ага, взяли, ага. Бан СМ. Кристал Мейден СМ. Она все еще Кристал Мейден. Бан Тайт. Тайт Хантер, я помню. Давай Кристал Мейденку. Правда, я не знаю, чем кристалка не это самое. Не угодила. Ах.
Боже мой, какая... Там, короче, чат неистовствует. Бан по картинкам делает. Лицо не нравится, бань. Окей. Кого банить? Ну, давайте по лицу. Кунка хорош, Акс хорош, Пуч молодец. Саладар не нравится. Саладар. Во, Тимберсо. Тимберсо, у него морда противная. Мерзкий гоблин. И Леону саппорту, или Лину, говорят. Я, пожалуй, Лину возьму. Клокера. Кого брать-то, катаны? Кого брать-то? Лича, вас послушать можно команду из 20 человек собирать сразу. Мне Клокера. Давайте Клокера возьмем. Клокер у нас сильщик вроде у нас, да? Клокверк. Клокверк. Клок, клок, клок. Где же клок-то? Ёпрысы, вот он. Пожалуйста, попросил кос клока, беру клока. Мне клока бери, он мой, бери. Вот это прямо вот бери. Кто войдом ИВД? Я войдом. Бан сейчас дестро. Сейчас пик. Кого еще брать? Леона возьми. Леона, Леона. Пака против Гули. Пак, пак. Пак, это пак. Это что-то вроде инты. Вот он, пак. Нет, Леона. Против Гули. Нет, нет, нет. Давай я лучше пака возьму. Потому что против... Это печалька, конечно. Против. Против, бери. Блин, вот явно прогульщики, а просто прогульщики. Еще надо. Блин. Ёпрасоте, даже читать уже не хочется, понимаете? Еще. ДК возьми на мид, а маг на хард с клоком. ДК. ДК это кто такой ДК? Подскажите, кто такой ДК? Кто такой ДК, пацаны? Dragon Knight. Спасибо. Я так и знал. Вот он. Магнуса бери. Против бери. Да, это конечно... Это конечно, да... Кого баним, катаны? Бан кому? Нужен саппорт, говорят. Инвокер или Тайда? Ох, найти бы Тайда. Рубика. Давайте кого первым найду. Там, о, Рубик. О, господи. Магнуса надо было, конечно. Тогда пикнули уже, ну вот так вот. Ну и все, и ДК берем последним. Бери Магнус, это последним. И что из этого получится? Вообще, что из этого получится? Прям как на турнире. Я на войде буду. Можешь Мишку в лес. Кто войдом хорошо? Я вообще отлично. Я вообще
Отлично, играю Вайдом. Надо вливаться в коллектив. ДК бери, ладно, ДК берем. Поехали. ДК мид, говорят. Все, я выбрал Валерий Faceless Void. Герой интересный, играл я им уже с классным ультимейтом. С хорошим таким тоже боевым блинком, можно сказать, с башем врожденным. Очень аркадный герой, очень аркадный. Оставь $100 не на себя. Да, вот это вот капитанский режим очень напоминает турниры. И как бы сейчас вангую слив на 30-й минуте. Ну вот человек отдаст любому желающему $50, если мы проиграем на 30-й минуте. В смысле, если он будет неправ, если мы не проиграем на 30-й минуте. Обращайтесь вот к Хроносу. Он сказал, что он шарит, а вы не очень. И готов на это поставить деньги. $50. Ну теперь отмазывайся, раз выпендрился. Так, супер кэрри, фейслис войд. Ладно, давайте вот первый возьмем. Топорик, хилка, помен щилд. О, нормальный билд. Куда идти? Ставлю рубль на вашу победу. Я верю. А где у него глаза? Ему не нужны глаза. Он вообще не отсюда. Сейчас мы... Там уже опять русский. Вот я забанил русский сервер. Забанил русский язык, и все равно почему-то мне на русском пишут какие-то русские. Я, конечно, не против русских, но... То, что пишут в доте, это не очень. Так, это мне сюда? Или куда мне? Пак Dagger Fast вниз. Вниз 3. Ну фиг знает, я не понял вас. Я с клокверком, все, мне все равно. Ну какое вниз, Кост, чего? Ладно, убедил. Это последнее, что ты сказал в этой игре. Так. Выучи уже такое easy line и hard line. Да, для меня они вообще обе hard line. Какие все грамотные, а? Интересно, сразу отдаваться будем или как? Так, что у нас за обилка? Да хорош вы это самое, вы чего? Так, замедление 25%, замедление атаки 25%, радиус 700, 120%, КД уменьшается с каждой... Ага, окей, поехали. Дальше, что у нас будет? Скорее всего, таймлок. Это что-то вроде баша или... Не, страты вообще на уровне, как минимум, invitational, international. Или, ну, в крайнем случае, этот, как его... Не помню, как турнир называется. В общем, там динами недавно. На деф что-то. Зачем курьер-то прибежал? Вы... Алёша. Прибежал, сейчас стоит такой дракончик. Ох, ну дают, ну дают. У тебя есть план на игру? Ну, первая установка — это не умирать, это раз. Yes. Я не понял, чё наши саппорты не добивают мелких, а стреляют по крипам? Мне не оставляют фармить. Я бы им, конечно, все высказал, но... Не хочется спорить и слушать. Ну, этого хоть добить, молодцы. Обходит, чекает. Ой,
Раз, два, три. Не, вроде позволяют. Дальше у нас типа идет бэктрек. Пассивный, уклоняется. Короче, evasion и баш у него. Evasion и баш. Беда в том, что я... Не знаю, зачем я взял... Стики, если вроде палка тут не собирается на ранней стадии. И весь инвентарь только забил. Ну почти, почти, ребят, почти. В следующий раз удастся. Ничего, не расстраиваемся. А Void по идее, да, он товарищ специализирующийся на времени. Его ульта, если вдруг вы ее пропустили, она вам покажет, что он умеет делать. Has been killed. Вот, с бутылкой полной. Ах, красавцы! Ох, хорошо пошло уже. Тепленькая пошла, можно сказать. Ладно, сейчас будем собирать тогда боты сразу же. Боты бери. Он кастует вот эту вот хрень, Дарксир, да? Его ж, да, Дарксир. Что, предлагают гангануть? И как? И как с крипами? Не, может, у них есть план, конечно. Я его не знаю. Нет! Добили крипа. И опять добили. Ну, что ты будешь делать? Отличный стан. По красоте что-то скажешь. Ладно, я главное фармирую на трипле. И это радует. Потихонечку. Непонятно, как трецы складывать с убитой курой. В смысле, не трецы, а стики складывать. Что, это не вписка, нет? Отлично. Дух доты чувствуется в тебе? Ну, давай. А вот этой способности я у него не знаю. Так, делаю регенчик, освобождаю слот. Беру, соответственно, еще... Давайте перчаточки. Наверное, они пополезнее сейчас будут. Чем ремень. А, 4 человека уже готовы катать. Там под скоростью Dragon Knight. Все, я инициировал. Алло. Блин, а, там наверху Банши пришла. Найн, я этого не увидел. Ладно, Банши закатали. К сожалению, ХП у меня нет. Уже после врыва. Банши я не увидел. Потому что Василий. Точнее, Валерий. И даже не знаю, что мне предпринять по этому поводу. Регена у меня родного немного. А там на реген ему ничего не это самое, за 350 колечко. Во что-то перспективное не собирается. Любопытно. Я думаю, разве что Mask of Madness. Блин, я уже чувствую себя... ЦЦ, да? Ну, тем более, надо валить. Хотя, это как раз он и есть. Блин, ну, простите меня, пацаны. Я лучше вернусь домой. Соберу, чертов, этот стик. С другой стороны, на ТП не хватит. Но мне с этими палками жить, с тремя, как-то совсем не улыбает. Колечко за 800. Да потом, что с этим? Хотя, по ситуации, да, тут говорят, что можно... Battle Fury. Нее нафармить нужно. Ладно, к черту, беру стики. И побежал. Тем более Дарксир это спамит свое заклинание. Мне как раз для стиков это понадобится. Я бы уже зарядил по-хорошему. Против товарища, который вот так вот заклинание. Полезная вещь все-таки. Вот он. Кастует. Каждые там 10 секунд может кастовать. Банши пришла 3-го, 4-го левела. No, 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 no.
Курьер. Ой, путч тут. Блин, аркада какая. Какая все-таки это аркада. Ладно, находимся за крипами. Потихонечку добиваем по возможности. Отлично, добил. Хорош. Так, берем баш. А путч уже выцеливает паразит. Находится там слева, в леске. И ищет какую-нибудь жертву. Странно, что ботл никто так и не заюзал. Так, не стоит подходить. Слишком много тут проблем. Да и пуч может быть. А, нет, фрешмит был в центре у нас, да? Окей. Там Клокверк убивает. Но он наш, и это радует. Как сильно бьет-то, а? Еще один. Нет, надо какой-то все-таки какие-то меры предпринимать. Ну что, ругаются они. По любому поводу. Опять идет крип вот с этим щитом чертовым. Как-то мне очень некомфортно на этой линии, как вы видите. Путч ушел, кстати, он может здесь спокойно вылавливать уже в лесу. О, спасибо большое. Дал мне стики. ВД. При этом же мне же нужно. А путч вернулся? Не вернулся. Сидит, наверное, за елкой какой-нибудь слева. Надо аккуратненько, аккуратненько прятаться. Тут и банши есть. Берем и вейт, и возьмем совсем скоро. О, хорошо. Давайте попробуем. Блин, беги. Там мисс сработал, мне кажется. Стики прожал. Реген пошел. И продолжаем фармировать. Так, нужны трецы. Ой, бардак, 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 бардак. Ой, банши тут уже. Она закупалась тоже, поэтому ничего страшного нет. Трецы я пока на силе оставлю. Инвиз взял у нас товарищ ВД, но у него маны не так много, поэтому. Так, щиток я, наверное, возьму. Вот что я возьму. Щиток и агилу, соответственно. Это мне поможет. Хотя, может, уже пора копить на. Ну давай, я готов. Нет, не готов. Ох, увернулся. Хорошо, теперь можно. Отличный стан. Хорошо катнули. Молодец, товарищ. И появляется у нас ультимейт. Купол, как его называют в народе. Из катапульта выстрелит, у нее сильный урон. А вот купол это серьезнее. Мне уже Mask of Madness нужна под этот момент. По-хорошему. Ух ты, ёппарасоте! Ну, нет, не буду. Наверное, не буду. А там под башней уже сражаться. Черт возьми. Сейчас, может, заманим. Там и баньшава еще была. Туда не надо было суваться вообще. Так, ладно, пошел простыл. Ох ты ж, ежик, я понял, понял, понял. Уходим, уходим, уходим. Там три человека получается. Так, давайте сразу тогда Mask of Madness собирать.
Начнем мы с лайфстила. Что-то Clockwork переживает сильно. Бум! Прострел хороший. Дарксир там без жизни, кстати. Можно попробовать было бы... Ох, можно, конечно, если бы там... Ладно, я аккуратно сейчас подойду. Аккуратненько посмотрю. Банши уже можно унести, если она одна, конечно. Она-то не одна, мы это знаем. Ну ладно, давай, поехали. Раз. Два. Ультимейт трати. Ладно, тратим ультимейт, пофиг. Опачки! И тут Clockwork. Не стоит, наверное. Не стоит суваться. Блин, беги, нет! Опа, не увернулся, черт! Надо было, конечно, от хука уворачиваться, резко брать влево. Я, кажется, могу телепортироваться в любую точку, а не крипом, поэтому... Да, беда, ладно, ничего страшного. Ну, то есть, страшно, конечно, но... Там еще Драгонайта укатали. По-быстрому сейчас телепортируемся. Нет, уже не буду телепортироваться. Хотя давай, ладно. Просто у меня КД в одну секунду смутил. Но мне же все равно нужно собирать экспу и деньги. На макс рейндж первый скилл делай. Да, но... Как дойдет время, так сделаем. Прострелы очень грамотный Clockwork вообще делает. Мне нравится, как он делает разведку. И там летит в любую точку карты. Хороший скилл. О, есть у меня уже на первый ингредиент, который даст немножко вампиризма. Кажется, десяточку, да, или сколько? 15% вампиризма, отлично. Через 18 секунд будет купол. В принципе, можно попробовать кого-нибудь катнуть из саппортов. Но я не вижу банши. Она, видимо, на другой части карты вообще находится. Приносит мне кура. Отступаю назад. Вижу двоих. Блин. Что-то мы там проигрываем по центру. Хотя сейчас можно... Нет, Тайдхантер уйдет. Ну, отомстили вроде лайфстилеру. Один бежит слева. Банши, как раз вот та самая. Черт, а кто там еще стрелял по катапульте-то, а? И нужен мне уже был телепорт. Чтобы вписываться в такие темы. Возьму я 2 ТП. Хотя там башни по центру нет, но все равно, возможно, она и была бы. А, нет, есть она, почему нет? Давай, бери ТП. Купол есть, понимаете, нужно, чтобы работали спылы, нельзя, чтобы они простаивали вот так вот. Поэтому сейчас, может, имеет смысл сюда приджониться. Тут все, правда, здоровые. Сейчас рунку чекнем. Или гульку закатать. Не, гульку не закатают, у меня 1200 хп. Ладно, продолжаем на линии стоять. Против гуля, я думаю, мы выстоим с такими пассивками сочными. Хотя черт его знает. Какой-то он больно злой. А у меня первый скилл не раскачан нормальным образом. И я терплю. Ну, то есть он дебафает очень слабенько, да, на 25%. Вот баш с миссом не проперли и... Ладно, продолжаем. Сейчас баш пропер. О, гулька в лесу. Хорошо, пацаны ее принимают. Правда, она там огрызаться будет. О, и пуч еще помогает, кучит. Давай, купол, поехали. Плохой купол, кстати. Прыгаю. Гульку убиваю. Но вот дальше вроде не получится. Юзаю В. Промакшу первый. 900, да, у тебя? Да не, отступаем, конечно. Стянуть он меня может, но это ненадолго. Надо было сделать
Купол так, чтобы наших не задеть, это в идеале, конечно же. Надо так его кидать всегда. А Mask of Madness как раз собирается, чтобы получить баф кратковременный к скорости атаки, пока противники беззащитны. Блин, как же я не хочу к Тайтхантеру подходить. Ой! Бесценное чувство вернуться от хука. Дабл дэмэдженного пуджа. Это просто сердце так. Все по скиллу было. Кто там лакер пишет? Фу-фу-фу. Так, фрешмейт. Блин, а этот... Убили пуджа, кстати. А я делаю ТП по-быстрому, чтоб писываться. У меня нет, конечно. Но надо пытаться. А-а-а, Вася! Поторопился. Блин, я бы этого не отпустил. Фу ты. Сбил я ТП опять. И Тайтхантер как следствие его уходит. Через shift. Ну да, через shift надо попробовать. Да я боялся, что shift не работает, и не пробовал никогда это делать. Сейчас катапульта выстрелит. Ну и ясно, дождался. И кату не забрал. Ладно, есть ульта, во-первых. Mask of Madness сейчас нафармируем. Буквально одного крипа добить. Для меня это целая задача. И взять Mask of Madness. Понесли. В идеале, конечно, 11 еще взять, чтобы... Ух ты, это Дарксир. Что-то побежал. Не, я не хочу, у меня курьер летит, во-первых, с Mask of Madness. Я сначала с ним разберусь. И потом уже будем... Mask of Madness. А, там Clockwork у нас битый. Беда. Можно, кстати, стрецы переключить на ловкость. Раз уж мы тут... Давай попробуем. Ну давай посражаем с тобой. Блин, какой он плотный. Значит, что на нем? Как это? Что это такое? Я, видимо, у него армор обладает возвратом дэмэджа или что, или как? 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 Что у него за... И он щилд? И он щилд, понятно. Я просто не играл за него, не знаю, что это за жив. Плюс 30 дамага. Ну это понятно, но он же меня нет. А, щит дамажил так. И плюс дэмэдж, понятно. Ясно. Вот он ржет, наверное, сейчас, как вы. Ладно, хорошо, после Mask of Madness. Щиток собирать, наверное, не стоит уже. Надо что-нибудь посерьезнее брать. Лих, ты замахнулся. Сейчас кристаллис. Ну, типа дэмэджа. Переключаюсь снова на силу. Вот я, Вася. Ладно, едем дальше. Но бил я быстро. Возьму-ка я вот эту вот штуку. Вообще, я не знаю, зачем я evasion, поэтому... По совету чемпионов прокачал. Лучше бы, наверное, замаксил баши первый скилл. Там еще доп урон. Да ну нафиг этого Дарксира. Вот что я хочу сказать. Может гулю в лесах поймать, но она жирнючая же будет. Здоровенная гуля. Ладно, идем сюда тогда. Так, сначала клейму этот бродсот и... Тайтхантер, тут еще двое. Гулю предлагают убить. Гулю, ну давай попробуем убить Гулю. Ну правда, я не одиннадцатый. Опачки, вот это сюрприз. Там их трое уже. Там их уже трое, вы понимаете? На тебе, баш. На вам купол. И пошел Mask of Madness. Минус один. Переключаем на ловкость. Ой, нет, сейчас убьют. Стики прожимай. Воу-воу-воу-воу-воу. Что происходит? Тайтхантер умрет. Не, не умер. Death Prophet с ультимейтом, да? Вот что происходит.
Что произошло, кто знает. Я просто не понял, что произошло. Я помню, как включаю Mask of Madness, кого-то убиваю, а потом что-то бум-бум, и все гуф. Минус 5, говорят, вот что. Ну это так понятно наверху. Но в какой последовательности? 72,2 секунды КД. Вообще отлично. И у меня опять дисконнект. Чатик работает. Дарксир вакуумом стянул и всех замесили. Что за диски-то, а? Где мой герой? Что за трэш? Берем вторую ульту, а здесь мне советовали вообще вторую ульту не брать. Что за билд глупый-то, а? Такой. Реально, сейчас он советовал не брать вторую ульту. Ничего в ней плохого нет, просто... Просто КД меньше, стоимость чуть-чуть больше и длительность выше. Ну фиг знает. Ой, там замес, 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 замес. Клокверк себе спасает от гули. У меня ульты нет, пуш врывается. Гуль убьют. А, я боюсь, я боюсь. Где там гулька? Она уже в каком-то крипе. Пуш же убиваем. И, наверное, не стоит и лезть дальше, пока у меня нет ульты. Куда ты лезешь? Беги! Ну да, окей. Ну, бывает, ничего страшного. Главное не переживать. Так, окей, есть ультимейт, но на Дарксир лучше не лезть. Может, Тайта с урной? Да, Тайта ты, конечно, запилишь. Против Файта нет, башню отдаем, получается. Сайленс еще кастует. Вот подлецы. Has fallen, говорят. Мида? О, пак классно телепортируется. Короче, к Тайдхантеру, наверное, пойду. Или лучше с тьмой вместе, с тьмой! Так, рейндж при... Хоп! И ульта. Хоп, прицелился, кинул. Хоп, прицелился, кинул. Все, запомнил. Ой, там справа экшен. Тайдхантер. О, клокверк на Тайдхантера. Нифига себе, ты смелый воин. Еще сейчас идет нам подкрепа. Нет, 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 нет. Ай-яй-яй-яй. Я иду к тебе, лечу. На крыльях ночи. Блин. Ладно, не будем жалеть ульту. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Не пожалел ульту, называется. Прыгай! Понятно. Хм. Кажись, это будет шестое поражение. Топ дэмэдж керри, да. О, господи. Тай духа, братуха. Пишем ГГ, выходим. Из-за таких, как ты. Конечно, это образно говоря. Но еще есть все шансы. Все, поехали, поехали. Работаем. Топ дэмэдж керри. 1000 хп, 90 плюс 9 урон. Отлично. Для этого кристаллис и собирается, чтобы был какой-то урон. То у меня не урон и ничего. Надо же смотреть на количество ударов, которые ты можешь нанести. Там 7, наверное, да, их под куполом. Там кто-то был? Ценная инфа. Оп-оп-оп! Бом-бом! Показалось, думаете? Такой хук, такой миллиметраж. Ох, вот он, Тайдхантер один. Мы прямо вокруг. Давайте, пацаны, у меня есть ульта, я ультую. Давай, пак, вижу его. Мочим. Просто мочим. Ладно, я отойду, а то он ультанет.
Воу-воу-воу-воу-воу, полегче куб оставь! Беги! Просто беги, просто беги, просто беги, неважно, тут ничего не важно, просто беги. Оп-оп-оп-оп, стики прожал. Ну что там, писаться может? Да, изи, просто изи. Ой-ой-ой, банши тут. Ой-ой-ой, пуч. Так, а здесь можно допрыгнуть куда-нибудь сюда? Там Рошан! Все, домой. Все, все умерли. Да нет, там пацаны... Нет! Ой. Хорошая фласка, кстати, была кинута от ВД. Красавчик. Пацаны, я скоро вернусь. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Я подхиляюсь и уже мигом к вам. Блин. Так, давай-ка топор продадим, бродсорт возьмем. Хотя все равно бы хватило времени. Зато я двух на себя стянул. Я дал им шанс посражаться. И не гуфнулся, что самое важное. Закупился по красоте. Так, все, вот до этого вообще ничего не было. Дэмэдж плюс 27, сумасшедший дамаг. Даже смотреть на него страшно, опять же. Так что фармируем. Воу-воу-воу, полегче, тихо-тихо-тихо. Тихо, не лезем. Бах, на-ка тебе. Ну что, готовы? 15 секунд. Там еще банши, точно. Там, скорее всего, все. Троих вижу. Ой, не лезем, ой, не лезем, ребятушки. Ой, опасности. О, хорошо светанул. Они же там, барсуки, затаились. В кустах. Инициируем, инициируем. Добиваю катапульту. Фрэш мид, где? Не вижу. Прыгаю, банши убиваем. Хорошо, хорошо. Купол ставлю. Купол ставлю, говорю. Начинаю нарезать банши, вижу самое битое. Пробежать бы к ней. А я умер уже. А я от духов умер просто. Так, как же быть? И почему я нажал X, а не C, переключив ТРЦИ на инту? Ой, все зря, все тлен. Ребятушки, это минус 6 за сегодня. Это же такое просто унижение на стриме. Войт слишком сложный герой? Да нет. Просто изи. Сейчас, погодите, у нас дойдет до ульты еще одной. Стандарт Арксира твою копию делает. А, понятно. Ну да, я знал. Я знал, я знал. Так, может, ворвемся? А давай! Ой, зря, зря, зря. Ну, зря бежим. Ой, массовое сало. Ой, уже не хочется. Ой, тайт идет. Ой, бардак, 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 а? 30 секунд до ульты. Что ты там плюешься, а? Кто-то... А, этот... Dragon Knight у нас пошел. Так, пуч готовится. Клокверк закидывает. Пацаны, я... Ой, застрял, застрял, застрял! Спасаем рядового клокверка. И все наполучали. Так, что делать? Что делать? Так, пошел инвизный Dragon Knight. Пошел инвизный Dragon Knight. Опять пробивает, ну. Банши уже достала своя, это. Фрэш мид, где? Опачки, вытащил. Доктора нашего. Dragon Knight, а Dragon Knight, наверное. Наверное, если ты по-английски не говоришь. Нет, вообще нужно тогда читать Knight. Книгхт, как мы делали раньше. Но по-английски вообще Knight. Dragon Knight. Sure. Yes, of course. Но тебя уже вроде фейспалма понаставили. Прыгай, 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 Владик. Короче, все, надо... Нет, до победы надо играть.
Найт — это ночь, а не рыцарь. Да, точно. Забыл совсем. Рыцарь — это Кнайт. А чё у нас модераторов нет? Там маты проскакивают. Да, до победы, это значит до утра нужно вообще. Рыцарь тоже звучит Найт. Вот это да, вот это новость. Блин, ну мы шли к успеху. Капитан хороший. Герой сильный. Ой, там Гуля уже. Ой, там Тараск. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Нет. Гуля там отъедается еле-еле. А давай вот так вот Гульку все-таки убьем. Ну а чего, если... А вот сейчас можно. Ну почти. Оп! Спас хуком. Красавчик Пуч. Ладно. Купол на четверых можно было. Можно. Можно было постоять под дультой Банши и постоять под спылом Дарксира. Как я в прошлый раз делал. Капитан лучше, только не досмотрел немного. Глаз нету у героя. Это да, это косяк, конечно. Не фартануло, не расстраивайся. Чуть-чуть не повезло. Буквально немножко не затащили. О, кстати, товарищ, который сказал, что мы на 30-й минуте отдадимся, он уже 50 кому-то должен. И снова диски. Пиши ГГ, игра закончится через 10 секунд. ГГ. Написал ГГ. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Что мы сделаем с дезинформатором? Бан 30 дней, говорят. Не слишком ли сурово? Может быть, 29? Купол! И пошли врываться. Бах, бах. Вытащил меня. Короче, ребятушки, надо мне собраться, потому что что-то идет не по плану. Работал в ЦМ вроде. Проверять надо, дезинформатор. Рушат наш замечательный, добрый трон. Наш дом из лавы разрушили. Наш шар. Ага, это фигня. Рекомендующий на 11-м брать не вторую ульту. Ладно, не в гайде дело, в руках. Ищем дальше. Всем доброй ночи, добрый вечер. Мы терпим в доту. Сегодня какой-то особенный день, наверное, какая-то особая фаза луны. Количество побед не увеличивается. Боневор, где он? Привести его в кандалах. А ты уже играл двухголовым, двухглавым, двухголовым драконом, пишет Древ Франк. Играл. Играл, правда, не помню, как его зовут. Что-то на языке вертится. Как он называется? Подскажите, пожалуйста. Заморозка у него... Жакира, да. Жакира. Заморозка хорошая с задержкой, но если читать правильно, то хорошо. Нормальный дэмэдж, двойное дыхание дает. Арбой тоже можно пострелять любопытно. Слон. Заблокировать все связи с лидером группы. Блокировать приглашение от дня друзей. Принять. Ой, я принял. Как выйти из группы? Покинуть группу. Отлично. Принять.
Такая логика. Но обычно, знаете, ставите галочки и подтверждаете свой выбор. А тут как бы ставите галочки и соглашаетесь. Интересно, какой процент пользователей из-за такой вот темы? Вот. А ведь обрадовал парня. Довольный слон, это, конечно, приятно, но с неизвестными товарищами в пати это... Это не по мне. Да даже с известными мне как-то комфортнее одному, если говорить о игре с комментированием. Почему-то. До победы я потом герою? Да нет. Слон в чатике вот так вот довольно ворвался со смайлами. Все равно не расстроился, молодец. Ничего, что тебя заигнорили полностью. На стриме, в прямом эфире, на 1500 человек. Ох ты ж, ежик, там новость по поводу Дмитрия Смелого. Наверное, самая интересная новость за сегодня. Давно не было инфы. Стали известны новые подробности о деле, по которому проходит группа россиян и украинцев, в том числе бывший владелец российской киберспортивной организации Москва-5 Дмитрий Смелый. А зачем запятая, красавица моя, после Москва-5? Можно ж не ставить. Типа как уточнить. Ну, ставить можно я и понимаю. В данном случае и то, и другое правильно. Ну хорошо, ладно. Министр юстиции США, нифига б себе. Он М5, наверное, игры смотрел. Назвал это дело крупнейшей хакерской атакой за всю историю США. Только за 6 небольшим лет было украдено 160 миллионов номеров кредитных карт. У каждого злоумышленника, считает прокуратура, была своя определенная миссия. Так, Дринкман и Калинин специализировались на проникновении в компьютерные сети транснациональных корпораций и финансовых учреждений. Задача Котова была сохранить информацию после получения доступа к ней. Рытиков заметал следы взлома. А Смелянец, он же Смелый, продавал украденную информацию. Нифига б себе. Номера украденных кредитных карт продавались через интернет-форумы. Согласно обвинительному заключению, номера американской кредитной карты продавались по цене от $10 за штуку. Канадские номера продавались за 15, европейские за 50. Взломы осуществлялись серверов, которые расположены в Нью-Джерси, Пенсильвании, Калифорнии, Иллинойсе, Латвии, Нидерландах, Украине, Панаме, Германии и на Багамских островах. Мошенниками было предъявлено объявление о массовом взломе. Доказательства вины строят на похожем случае, который приключился с Альбертом Гонсалесом из Майами в 2010 году. К слову, тогда его приговорили к 20 годам тюремного заключения. Офигеть. Не, ну наши могут смягчить из-за того, что он иностранцы. Мне кажется. Ну, не 20 лет, по крайней мере. Не гражданин США. Так, фургоны не это самое, не успевают загрузиться. И это easy win. Бывает. Миш, привет, удачи в доте. Вопросы есть. Я с 1 августа начинаю стрим на Twitch, пока консольных потом посмотрим. Можно ли использовать ваш логотип? Можешь его как угодно, где угодно. Использовать мы не против. Но не настаиваем, естественно. Это так. А, ну да, если ты правила не будешь нарушать, не ругаться, не сквернословить, не оскорблять. Это самые частые у нас причины блокировки. Фургоны порожняком уехали. Бонич, Бонич, привет! Вот до чего дошло. Я просто рад видеть набор из 7 букв. Сразу ассоциация срабатывает. И все, и довольный. Надо все-таки с Боничем в дотку поиграть. Класс, класс. Доктор Дрейк тут же, рядышком. Олпик, рандом, давай! О! Это шанс реабилитироваться. Ты крац за сегодня. Мипа попался, Мипа. Давай, создавай. Чатик взрывается. Это твой день. Да я же знаю, это судьба. Все, теперь все мстить. Мстя моя будет жестока. Что ты улыбаешься? Ты страшен. Я страшен? Я дотер. Ты не понимаешь, это Мипа. Смотри, он какой красавец. Смотри. Вот это лицо тролля просто, смотри. Красавчик. Ухмыляется. Какой жуткий.
Это гремлин скорее какой-то. Похож на одного моего односельчанина. Ну что, Женька, давай, давай, уже иди. Ты что тут? Сельчанина вспомнила своего. Ну все, поехали, поехали! Мипау! Может, базилку реально собрать на реген маны? Мне маны не хватало. Не хватало маны. Маны, маны, маны. Гоним хочется. А Солрингу не надо? Солринга и тык-тык-тык. Что на нее, кстати, нужно? Никто не собирает Солринг? Да ладно. А ты собираешь Солринг? Не собираешь, фигово. А ты собираешь Солринг? Тоже не очень. Ладно, транквилы, в общем, начинаем. По Man Shield. И дальше... Аганим, да? Фиг знает. Вот это вот мне больше билд нравится. Хилка, 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 протекшн. Протекшн, говорю, алё. Щиток берем сразу же. И, наверное, я... Ой. Налево пойду точно. Чтобы еще взять. Что, у тебя повторяется шутка, Евгения. Давай что-нибудь новенькое. Левак. Заяц левак. По-доброму. Мне лес нужен, Алёша. Алёша. Ой, что-то я как дотер начал разговаривать. Играя за мипа, хорошая стратегия. Собираешь рингу в базилию, затем докупаешь предмет, который нужен для Tranquil Boots. Тогда можешь большую часть времени носить кольцо, когда надо. Нифига себе. Полечиться собираешь тапки. Вот это... Что у меня? Where are you going? Мипа. Лес. Forest. Run. Forest. Run. К? Какой лес? Что такое, блин, начинается? И тут русский, и тут следующая фраза матом. Выключаем. Выключаем, ребята, общайтесь там между собой. Я готов. Зато всегда будет мана и жизнь. Это да. Так, ну что, я носки, наверное? Блин, еще один. Вот почему? Почему? Настолько незрелая комьюнити, а? Надо, наверное, выше подняться на пабов, и будет все ок. Потому что говорят, что где-то там повыше более-менее адекватные игроки. Пороть их надо. Да, конечно, родители не допороли. И тут вот распустились совсем. Так, ух ты, тролль-варлорд. Что-то я его... Блин, да что же за лаги такие, а? Сервера опять. О-о-о, сейчас меня гангнут могут. Я этого тролля вообще не первый раз в жизни вижу. И тини еще, ну ясно. Хорошо увернулся ведь. Сейчас добраться бы до грейда щитка. Добрались вроде. Два носка собираем. Куда он лезет? ФБ уже? Добро. Наше? Наше. Окей. Так, до третьего сигналит. Ну, в
вообще плевать. Уже игнор, уже поздновато. Так, а зачем я протекшн-то купил? Для базилки купил я протекшн. Надо от Соби маску собрать. Прикупить здесь. Ну, Кункевич, видимо, фармит, и он не собирается со мной делиться. Ну, Кунка видно, что добиваю, только резвенько, резвенько. Молодец. Хвалю. Мне нужен опыт. И деньги. Давай, бей. Куда ты, Торин, там? Ёшки-матрёшки. Кунка, куда ты лезешь? Там же было понятно, что мы... Ой, он сейчас злится на меня. Вот я уже чую, как он пишет что-то нехорошее. А я этого не слышу. Блин, такая беда. Жаль, очень жаль. Мана есть? Маны нет. Хорошо. Так давай тогда с тобой посражаемся. Давай, давай. Тут мне пару крипов бы добить. По-хорошему. Для особи маски. А уже можно взять ее. Беда. Ох, уже закидывают. Вы чего, такие злые-то? Я даже таких спылов не знаю. Ёпрст. Беги, беги, Михаил, беги. Хотя шансов нет. О, убил одного. Он убил меня, но Кунка, может, догонит. Маловероятно. Так, ладно, неважно. А, берем субимаску тогда дома. Вот она. Берем, наверное... А что еще взять? На сапоги надо фармить, чего тебе? Бери ТП. Телепортируйся сюда. Мог пуфом даблкил сделать. Не мог. За 1.5 секунды нанесли бы они этот удар. Ерунду пишут. Ты же не неуязвим, когда пуф кастуешь. И опять лаги. Так, до 6-го левела мы находимся рядом с Кункевичем. Кунка сигналит, типа, ВТФ, я не добиваю за тебя. Бывает, не расстраивайся, старайся лучше. Ох, как агрессивно-то влетает. Прям под башней мог от Тини отхватить, мана-то есть. Выключу базилку, лайн не пуш. Хорошо. Так, берем пуф третий. Пятый левел, еще один левел бы мне. И, конечно, ботиночки. Бы. Можно пуфом еще побесить Кунку. Ну, прокрепится немножко. Опять он, что ты сигналишь? Я все понимаю, но мне аж в леса до 6-го никак. Давай ты лучше бей сейчас, а я вот как раз... Не-не-не, ты зря туда бежишь. Не нужно это делать. Да, ладно, я тебя спасу. И не благодари. Да что ж ты? Что ж ты? Ты такой... Там же было понятно, что ну никак. Ну куда ты лезешь-то? А, там раз ты, я понял тебя. Слушайте, ну это беда, конечно. Сейчас я вообще неправильно сыграл. Настолько неправильно, что... Ну я виноват, я признаю. Я не увидел Расту, не ввязался в замес. Важный замес, между прочим. Давай. Вот, отомстили, молодец. И ультимейт. Все, наконец-то ты от меня избавишься. Только сапоги возьму. Мне только бы сапожки взять. Транквилы. Ага, все, поехали. Так, хочется, конечно, покрепиться. Ладно, давай, последний раз. Ну, последний, все. Все. Не сигналь только. И поехали. Раз, два. Штампуем.
Транквилы нужны все-таки. Your bottom tower is under attack. Your bottom Транквилы tower нужны. Блин, здесь мощные крипы. Может, отвод сделать? Давайте попробуем. Кунка обрадуется. Стоп! Иди сюда. Вот. Все, поехали. Ну. Раз. Ой, веселее, как фарм пошел, а. Теперь берем на транквилы, собираем регены и этот... Курьера нет? О, это интересная новость. Очень интересная новость. Ё-моё, там еще фантомка. Массовые сигналы. Да, слушайте, это беда. Без курьера-то. Прям не по это самое. Время жалко просто. Да я даже и не мог купить. Ну, я мог реген купить в левом магазине, но протекшн-то я не куплю. Справа никого. Беда. Беда бедой. Ну, давай вот так, вот так. Вот это мои леса. И не благодарим. Так, ботинки у нас есть. Сейчас мы соберем транквил, и потом сразу же идем в... Снайпер вышел из игры. Любопытно. Паузу нажмем. Я даже не знаю, как паузу ставить. Перетаскиваем Аганим вниз. Да мне вообще сюда не хочется идти, потому что... Да потому что мне лес нужен. Мне лес и формирование. F9, говорят. Давайте подождем немножко. А, забросил игру. Понятно. Надо что-то менять в этой жизни. Так, проходим. Проходим вот сюда вот. Ох, тут кунку... Хороший торин, кстати. Я бы даже вписался, если бы был рядом. И было желание. Сейчас придется мне вписаться туда. Да-да-да-да, я вижу. Там их трое, правда, ёпрессеты. Ладно, пока там суть до дела. Вторую сеточку беру. Башню убили тем временем. Эх, а что я мог сделать? Ох ты, вот это вот уже опасно. Раз-то есть, давайте. Ну ясно, я сейчас умру раньше, чем сделаю что-то. Да, беда. Да вроде ульта меня сагрила тут воевать. Может быть и не стоило так сразу лезть. Сеточку раскидать. Две штуки, посмотреть кто как, где, зачем, почему. Там Лина была рядом. Я не хотел ей позволять долго кастовать. Ох, 4 человека здесь уже. Ничего по себе. Может взять что-нибудь общеукрепляющее все-таки. Или на нижние леса пойти. Да, давайте я возьму... А, телепорт я там смогу. Короче, я пойду вниз через... На вражескую башню тогда. Тут кунка пытается отбиться с кораблем в моем стиле. Уворачивается. Вот, станом. Блин, меня вообще не простят, что я ухожу. Да не, вы отобьетесь, там видно, что... Да, там... Ежу понятно. Бросаю игру, один уже вышел. Из-за таких, как ты, 4 в 5 и не тащатся. Фу-фу-фу. Телепорт не купил.
Ладно, лезем. О, они промелькнули, кажется, по центру, да? Нет, не промелькнули, они все там. Нужно быстро взять ТП, посмотреть, что как. Да, тут вообще голяк. Поэтому делать сюда. Поэтому закидывать. Так, это минус. Сетку кидаем. Убиваем по тму. Почти убиваем. Сетку кидаем наперед. Хорошо. И еще тролль наверху отдался. Хорошо. Два левела, спасибо. Лаги, правда, опять. Покупаем, наверное... Да что ж ты будешь делать? Это сервера вальвевские. Вот меня куда-то отправляет на сервера, которые... Так, еще один левелап. О, хульта. Настроя. Куры все еще нет. Да и не будет, скорее всего. Крепаемся. Вижу трех товарищей по центру. Все зря. Все зря. И снова лаги. Блин, ну вот как так играть, а? Просто на несколько секунд, как вы видите. Нет, это уже какой-то... Ну и ясно. Корабли тут мимо плавают. Бинды сбиваются из-за этого. Ладно, возвращаюсь домой. Возьму ставчик и будем вот этих вот товарищей по центру принимать. Да-да-да-да-да, так и есть. Так и есть. А, башню защищать? Не, никак вообще. Вообще никак. Уже, судя по количеству пингов по карте, у людей сдают нервы понемножку. Так, у меня сетка третьего левела, между прочим. Можно было попробовать... Да можно и сейчас попробовать, в общем-то. Закидывать. Ну, лучше, наверное, на правую башню уходить. Хотя нет, здесь один же остается. Ой, топоры. И минус я. Что я так не заметил-то? Что здесь не только тини. Да, ребятушки, сегодня не день доты. Надо записать эту дату. Это уже не шестой слив, это седьмой слив. За сегодня. Ох, какой стан неприятный для паука. Может, действительно через меху до Аганима играть. Ну, чтобы ты мог хоть что-то в битве сделать. Ой, хорошо. Почти. Лагуна даже не добила. Финт очень живой. Так, 2 секунды, я готов. Все, поехали. Корабль там как, влетел? Не влетел. Зачем? Жаль. Ладно, попробуем кинуть сетку вот так вот и вот так вот наперед. Нет, тини вообще нужно кидать. Давайте, наконец-то. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Ну, тини добили с горем пополам. Но это не тот. А, уже 2 ливнули. Такой был хороший заряд бодрости в самом начале. Но... И вот эти лаги еще. Немножечко. О! Верхнюю башню отменили. Давайте возьмем топорик. Кунка вроде еще сражается. Кидает корабли. О, сейчас влетит. А, нет, это был не спот. Сейчас за Кункой сзади побегут. И наверху еще есть проблемы. В общем, серьезные проблемы. Как у нас фантомка? С Battle Fury, Diffusal Blade. Ну, вот так вот можно попробовать. Ой, копье. Не увернулся. Транквилы нет! Видел, летит копье, что-то не мог увернуться. Не знаю, почему вроде тыкал, но не тыкалось. А, выиграл хоть раз сегодня? Нет. Вообще ни разу. 7 поражений. И это, конечно, что-то с чем-то.
structures are fortified. Хорошее копье. Нас снова трое. Ох, хорошо убили эту. Давай-ка. От Торрента ушел. Не там я его начал встречать, фантомку. Хотя можно еще успеть. Сеточка. Раз, два, три. Убьем фантомку сейчас. Хорошо. Берем четвертую сетку. Пожалуй, берем Алакриси, хотя... Ой, в смысле, или не Алакриси, как он называется? Алакриси. Алакрити. Алакриси. Алакрити. Окей. Продаем ерунду, берем. И надо сейчас на поинт бустер каким-то образом накопить. 11-я лина. Пофармить бы еще на Аганим. Дожить до 16 уровня, чтобы поплотнее быть. Взрываем, конечно, как можем. 1 справа. Больше никого не видно. 4 живы. Ну, я попробую поаркадить, конечно, вот так вот. Быстро все пособирать. И свалить. Берем пассивочку. Ага, двое по центру уже, понятно. Трое по центру. Двое по центру. Ладно, иду сюда уже. Там паук хорошо стоит, с ультой, с второй ждет. Корабль у Кункевича уже есть. Можно вот так вот сделать ему. Можно еще сделать. И мипой пролететь. Ну давай, нет, станы. Там еще фантомка и, в общем, корабль хорошо влетел. Ну, даблкил и мин триплкил, короче говоря, люлины. Молодец. И такая вообще грусть. Я не знаю, если бы это был StarCraft и 7 игр подряд, я бы, наверное, тут уже все разбил. Все, что можно. Был такой унылый. А что-то... Что-то отыграться хочется. А, фантомка. Ей никак не уйти. 18 секунд. Подожди меня, родная, я иду. 3 выстрела проживет, да? Пуджа нет, чтобы вытянуть. А, у нее... Там герой подошел, он на него может прыгать. Опять игра лагает. Это какой-то трэш, конечно, сегодня. Надо мне героотерапию, наверное, применить все-таки. Но сначала в доте отыграться. Давай, иди сюда, я готов. Ладно, не готов. Мне нужно поинт бустер взять сейчас, по-быстрому. Если успею, блин. 15 левел. Блин, а хочется ведь, а? Как хочется. Куры нет. Даже, ну в смысле... Давай, бочком. Тихо, только никому не говори. А, страшный тени. Бери сразу. Да есть. Ну хоть аганим купил. А, красавчик Михаил. Ой, четвертый появился. Ой, там Линус с лагуной. Блин, такое время вообще. Сетки надо начинать. Сетки могли тени забрить. Кунка, корабль. Ох, там уже гем, видимо, да? Не вижу. Я гема. Зато у меня теперь 4 мипа. Отличный майкро, блин. Ох, бардак. Просто бардак. Нам сносят, наконец. Где я? Сколько секунд? 2 секунды. Я иду! Нас 4! Почти 5. Так, надо левого взять.
Тут под мак как раз. Да, у нее лип. Поехали. Да вот же ж. Хоть пошел мипа решать. Ага, один в один. Это вам плотнее надо быть мне, конечно. Поплотнее. Ну давай вот так вот, вот так вот, вот так вот. Закидаем сеточками, сделаем. Будем? Развели, почти. Ага, так развел нормально. Ёшки-матрёшки, да лагуну опять словил. Второй скилл словил у нее. И лагуну. Зря я так. Значит, зря. Ох. Миша, потренится до Т3 и будет норм шпилить. Он быстро учится. Спасибо за поддержку. 7 поражений сегодня. Человек точно не на основании сегодняшних игр вывод сделал. Фантомочка уже кукурузину срезала. Кстати, кукуруза уже пошла в Белгороде. Хорошие. Подсолнухи тоже. Хорошо тут у нас. Вот, сейчас пойду я вот это вот мочить. 13 уровня. Я 15-й, я тут не самый. Хотя по статистике наверняка... Не, по статистике у меня лучше, чем у всех остальных. Два ливера и остальные. 1-5, 3-6. Да, беда. Ладно, все. Вот до этого ничего не было. Собрались, пацаны. Убил, молодец. Нижние бараки сейвим. Ой, там их трое. Ох, их трое, там их трое. Оп. Оп. Лина за мной что-то увязалась. И копи кидаются какие-то непонятно зачем. Ну что, будем? Двое стань. Ну, а чё мне туда суваться одному? Нечего суваться. Можно взять этот, как его? Ой, там сейчас убьют. Я слышал, Марк, это Кункевич увязался. Ну, бывает, ничего. Сейчас прочтем надписи, будем двигаться дальше. О, нет, жив, Shadow Blade. Да есть же ж. Поехали. Оп. Давай, живите хоть раз. Да есть же почти. Ну давай, минус один, минус два. Хороши, пацаны, хороши, катаны, молодцы. Дабл килл. Трипл килл. Нет, не трипл. Там другие убили. Вот видите, сейчас нас будет вообще 6. Нет, 5. Ладно, 6 это перебор. Я убил-то всего одного. Радости, конечно. Ну, наконец-то оторвались. Два направления минус. Надо, пора тащить, получается, да? Что мы с никчемным топором-то можем собрать? Зачем ты его взял? Вообще не ясно. Трипл. Да они застилили просто все. Вот и все, это ж по-другому никак не объяснить. Там было видно, что прям я напрыгивал на Лину. Опять лаги. Ну и как? Вот, бинды сбились. Она выкупилась. Хорош, хорош, давай, еще разок. Есть, минус Линка. И этого тоже можно как-нибудь наперед вот туда вот покидать. Давай, долго летят они как, а? Давай вот сюда вот тогда, раз они долго летят, но далеко. Опачки. Поехали. Yes! Хорош. Ну. Хорошо. Ой. Ой. Нас пробивают там. Блин, почему я до этого не дожил? Не дожил я до этого. Раньше. Наверное, какую-нибудь кераску собрать. Владимира там рекомендовали. Уже крипы прорвались. Сейчас подхиляюсь. Владимира соберу. Были разные группы бенди мипа. Не, мне так удобнее через shift.
Что за сигналы? Катапульты стреляющие по этому, да? Ох, ты ж ёжик. Не тем побежал. А можно же было транквилами отхиляться. Пошли, плюсики, пошли, пошли, пацаны. Убиваем просто крипов, разрываем на части. Катапульта продолжала стрелять. Так, окей. Фантомку можно взять силой. Медленно сетки летают. Вот это вот минус. Я надеюсь, паук его... Ой-ой-ой. Тут Лина уже. Да тут все уже. Они на последнем направлении идут. Лину пытаемся... Ну! Убили вроде. Транквилы. Зет. Да ладно. Зря ты это. Хотя фантомка там... Нет, чуть-чуть! Есть, убили! Нет! Ладно, я зато я фантомку убил. Два... Там у них, кстати, тоже один дисконнектнулся. О, сейчас тени убьют. Ох, и Брудмазера. Минуснули. Бояут может сделать. Снайпер там стоит. И не буду я делать бояут. Надо подумать, что дальше брать. Меку на армор потихонечку с какой-нибудь щита, броня ко всем атрибутам. У меня есть свободные слоты у главного. Опять лагнуло. Тут же крипы. Ой-ой-ой. Надо было выкупаться, кажись. Кункевич спасает, но катапульты бомбят. Катапульты выиграли. Написали победа. Может, я победил? У меня больше всего очков. 857. Ближайшие 425. Эх, эх, эх. Но сейчас уже было лучше за мипа, чем в прошлый раз. Но все равно пораженница. Ты сражался как лев. Спасибо, Тазик Огурцов. Ты в курсе, что тиран через 4... часа играет на ИЕМе, стримить будешь? А, Титан играет. Мы делали запрос, я не знаю, кстати, у Фила, но... Я не уверен, что это нормально будет после сегодняшней трансляции еще с 5 утра начинать. Ладно, давайте сейчас нарандомим снова третий раз мипа. Зевс! Зевс. Играл разок за него. Увидел, что у него изменили пассивку Static Field, который снижает здоровье в хорошем радиусе после каждого каста. А так у него директ очень хороший. А, вот он, урон 100, 175, 275, 350. Кулдаун маленький, Lightning Bolt. Основное оружие для ганга. Arc Lightning очень маленький КД, 1.75, помогает и просто спамить по крипам, и по врагам тоже, в принципе, можно, особенно если прокачано Static Field. Ну и, конечно же, Ultimate, который бьет всех врагов на карте, нанося им урон 225, 350, 425, минус, соответственно, резисты. Возвращаемся. Your God has arrived. Так. Давайте возьмем какой-нибудь билд более-менее популярный. Go до 5 утра дотку. Альтап, отлично. Берем вот этот вот гайд, мне он понравился. Значит, бутыль, стики, арканы... Форстав и, соответственно, аганим, да, получается потом. То есть начинаем мы... А, наверное, я с ботла даже начну. У меня же все ок.
Да, давай с ботла начнем. Сразу получается все взять. Ой, хорошо как. И пойти куда-нибудь сюда вот. А раскачка какая? Ой, не туда посмотрел. Единичка на пассивку и спам. А, да, и директ он. Статик на единичку. Остальное все спамит на директ. На Lightning Bolt. Окей. И динамит. Иду на мид. Зевс maybe мид. Кей-кей. Только мид. А вдруг там пуш? Я знаю, что они страшны. Джага-джага. Ох, Клинкса вообще одно удовольствие мочить. Просто одно удовольствие. А на каком рендже работает? Это 600, да, получается? Да. Сколько дэмэджа? Ну, типа чайника, получается. Арк лайтинг. Да ладно. Давай тогда вот так вот с тобой. Действительно. Чтобы ему было вообще весело. Что, перестреливаться хочешь? Действительно? Не добил. Пассивочка дальше у нас идет. 65 маны. Дороговато выходит. Беру реген, бутылочку. Куры принесу две фляжечки. Зря я лайн пропушил. Он уходит направо, да? Давай, подходи, подходи, друг. Я вообще не жадный. С тобой поперестреливаться. С удовольствием. Плохо я откидываю все. Медленно как-то. Очень медленно. Юзаем ботл. Мне кажется, рановато я начал проявлять агрессию. Пишем СС. Клинкс. Ничего не добивается. Как медленно. А, вон он. Он хейст взял. И пошел у нас лайфинг. Отменили. Наверное, надо было куру вернуть. Сейчас мы... На четвертом, наверное, я буду его молнией уже пытаться замочить. Юзая ботл. Сейчас же можно. Почти. Не успел я сделать лайфинг. Кури отдаем ботл, она тащится на мейн с ней. Четвертый левел. Ну все получается, сейчас он высовываться не должен. А вот он. Ну, стрельни. Блин, была обилка уже. Вот я Вася, я мог его убить уже. ФБ сделать. Придется отступать. Вот я Вася. 160, сколько она там? 75. Хватит на связочку. Да, зря. Ну, я еще не привык к КД заклинаний. Надо было ботл нести, забыл про него. Все, уходим сейчас. Съедим елку. А, если вторым бьешь крипа, то в определенном радиусе становится, видимо, понятным. Вторым крипа бьешь. О, Клинкс возвращается сразу в инвиз. Я отступлю, возьму директ, возьму ботл. Заюзаю разок. Заюзаю, наверное, второй. Ой. А чего тут бегаешь-то, друг? Так, еще разок тебя. Еще бутылек. Ну как, ты готов? Давай! Есть. Возвращаемся к урой. Хотя, наверное, лучше закупить что-нибудь. Так, есть ульта уже. Что там, форстав, да, получается? Не, ботинки сначала и стики. Все взяли.
Ну куда ж ты идешь-то? Блин. Вот он, Вася. Давайте куру апнем. Передадим. Да он, главное, пустую куру берет. То есть, зачем она ему? Не ясно. Так, стоп. И ботл себе бери. И назад с ботлом. Полетели. Сейчас надо быть аккуратнее, потому что маны нет. Надо было манку купить еще хотя бы один ботл. Сейчас аккуратненько пофармим до появления. Там клинкс хит стой вообще. Уж, наверное, лучше вообще отсюда отступить. Да, он такой медлительный в плане атаки. Надо заблаговременно атаковать. Ну не так вообще. Так, и две манки, пожалуйста. На форсаже. Спасибо. Сейчас будем потихонечку отстреливать вот этой вот темой. Ну потому что у него и процент хп снижается. Сейчас очень сильный, ну 4-го левела лайтинг пошел. Надо еще за картой смотреть, чтобы если что добивать. Помогать. Регеним ману. Подождите, это аркан бутсы по плану? Да, по плану аркан бутсы. Еще бы. Ой, не в того! Василий. И реген мне перебил. И Зая снова ботл. Да, плохо. Плохо, плохо, плохо. Нам нужно каким-то макаром на косарь, короче говоря, на натыкать. Флетчера, наверное, надо просто вот так вот стрелять. Ну, просто мочить его и все. Ладно, типа я не боюсь. Давай, я готов. Он пошел, наверное, на руну. Если она есть. Блин, да как так? Высовываюсь я. Зря. Надо СС написать. Что-то много народу ушло. Куда-то непонятно куда. Бутылку надо было уже давно взять. Я вот с бутылкой еще не сдружился, как вы видите. Берем пассивочком. Как там у нас? Так. Ну, если только уходить будет, и я не буду стелить фраги. Офк. Но если надо поддержать, и он уходит, вот как сейчас, то зафейлил я. Минус ульта. Возвращаем назад. На 225 не такой большой урон, в принципе. Чего уж тут. Надо было смотреть, сколько у него хп, и после этого только юзать. Руны, говорят. Слева руны нет, справа пугну убивают. Вот сейчас помог бы ультимейт. Сейчас бы мы пугну убили бы. Ладно, давай сюда пройдем за рункой. Отдаем бутыль. Есть что? Нет ничего. Ох, какие там биты. Ладно, давайте я приджонюсь сюда. Флетчер вернулся. Ну, это очень привлекательная цель. Особенно для Зевса. Стики заранее прожму. Ну, кто-нибудь. Разведочку. Не, никто. Сейчас я ботл возьму. Один заюзаю. И, наверное, пойду скрипом разминуться. Посмотрим здесь. Это он ближе. Черт, я с центра ушел. Вот он, доезжишь. Раз. Два. Ну и добьем сейчас. А где он? На героя, вот здесь вот, на красный. Ну он ульту использовал и появился наверху. Сейчас вином, если его догонит, то будет ок. Вином, вином, вином. Руны нет. Да, надо
Да, так скейп. Ну, понравилось, как он ушел. Ульта была? О, точно, ульта же была. Но мне кажется, было жизни, опять же, больше, чем... Ну, помните, как мы последнюю иллюзию убивали? У него, скорее всего, столько же жизни было. Ой. Я немножко... Короче, надо забрать бутыль, надо нафармить косари на арканы, надо уверенней... Очень... Сейчас можно было ультануть, но это был... привело бы к стилу. Тут Абадон, СС пишем. Давай бутыль соберем тогда, ладно, бог с ним. Лучше просто стрелял. Там получалось, что я убиваю. Ага, фура пришла. Нифига себе, какие гости у нас. О, понял, все понял, был неправ. Был неправ, был неправ. Стики прожал. Толку, правда, нет, но ничего. А, вернуться домой, не вернуться домой. Не, наверное... Наверное, все-таки нет. Хотя фура, опять же, опасно же. Все, ладно, ты лети у нас за арканами по-быстрому. По пути передашь, возьмешь бутыль. Форсажим. Не надо уходить вперед. Это любой под башней стоим. Берем арканы, покупаем. Раз. Форсажим, передаем. Убираем. Не улетай. Держи. С прожали. Назад. Сюда. Поехали. Ну что, есть кого добить-то мультой? Никого. Все плохо. Все плохо, все лопается. Там советовали использовать первый скилл для того, чтобы еще фармить, но, блин. Давайте еще бутылек обычный возьму. И назад, героем. Так хоть ты немножко, получается, опыт получаешь, наверное. И уж надо, наверное, охотиться за пацанами. А то как-то не очень получается. Вроде мана сейчас уже есть. А толку от тебя нет. Поэтому я вам обещаю, что сейчас... Вот до этого ничего не было. Сейчас мы попробуем походить. Ладно, сейчас добью вот этих вот и все. Вон они там внизу. Пугну ловит. Пугна не уходит. Руны нет. Идем в леса. Не знаю, кого там еще, но в принципе никого нет. И вот находим мы Бон Флетчера. Вот, а, ну, его... Ой, там с ДД. Так, цешечку прожимаем. И фантомку сейчас будем гасить. Она и завязала ульту, и свалила. Надо ТП сейчас будет купить в этом магазине справа. А лучше два. И помочь, например, вот здесь, вот наверху. Хотя там та же самая фантомка. Ой, Пугна пришла. Окей, давай. Убили. Давай, опа, Бон Флетчер. Ты серьезно? Вот на тебе, так, так. Нет, ульта. Там вард стоял, ёпрессоте. Вард меня как раз и убил. Ох, и фура вписалась еще, классно. Короче, вард тот же самый, что и фериков по своей сути. То есть он наносит, насколько я помню, урон от количества... В зависимости от маны, кажется. Равный коэффициент урона помножен на ману, потраченную вражеским героем. Ну вот, да, получается против Зевса самое ну. То есть маны много, жизни мало, и вперед. Меня убил вард. Так, телепортируемся вот сюда вот, получается. Потому что здесь сразу несколько пацанов. Обходим. Арканы есть, ульта первая. Сейчас наганим, будем потихонечку собирать. Ну, если что, готов. Давайте, поехали. Раз. Два. Три. Снова спамим. Снова спамим. Сейчас ульта сработает. В этого тогда вот так вот. И ульта. Да, ездишь. Хорош.
Так, только надо вот так вот сделать. И ботл. И вот этого... Нет, фура. Какая грамотная фура-то, а, получается? Бутылка я, конечно, жру. Убили, но там пришел Абадон, и я тут не уйду никак. Он без ульты, кстати. Если бы у Джаги была маны, мы могли бы, в общем-то, и... А, давай байаут сделаем. Правда, ТП КД не прошел. Я бы хотел бы сюда вписаться. Не успеем, не успею, не успею. Но бутыль жрал нормально. И спамил фуру вроде неплохо. Пацаны должны быть довольны. Ой, Виндрайдер. Побежала, побежала, побежала. Так, что мы дальше собираем? Аганим или форс-стаф? Регенерация здоровья, интеллект. Давайте форс-стаф, он веселенький. Нет, аганим... Давайте аганим проще просто, понимаете? С форстафом там еще механика добавляется. С этими прыжками. Хотя, с другой стороны, она не такая сложная. Давай, пока не поздно. На более дешевый девайс переключимся. Ой, да ладно, что это такое? Раз. А тут уже можно, кстати, этим скиллом достаточно спокойно валить. Тоже накопили на... Ой. Сори. Да я схватил Куру, не посмотрев на... Сейчас Боника немножко понюкаем, потому что можно. Ну а чего он? Он не должен фармить. Ой, пугно! С, В, Бон Флетчер еще. Ну он хорошо, в общем-то. Натика вам. Натика. Они, кажись, идут на... Вот здесь вот. Двое. А вон он. Пугно в невидимости сейчас будет у нас. Может подойти взять? Поздно. Надеюсь, они это увидят. Да ладно. Блин. Убил меня Клинкс. За рунами, говорят, следи, появляются на каждой четной минуте. Да, это способность, которую я, блин, еще не обрел. Но она чертовски полезная, помню, по старой доте. О, фуру привязали. Правда, у Джаги, опять же, нет ни маны, ни КД. Ой-ой-ой, опасно. Там Вивера забрило. И тут какие-то проблемы у нас. На мид, не на мид? Давай на мид. Отлично добил. Там просто первого левела этот скилл. Надо привыкать к тому, что дэмэдж невысокий. Хотя он и сильно и не растет. 85-145 на максимуме. То есть он такой. Причем он действует с какой-то задержкой, получается, да? Ну, прыгает, по крайней мере, по целям. Так, что мне нужно? Мне нужен косарик накопить. Варды мне нужны. Это надо протыкивать. Уже Флетчер здесь. Он уже значительно проще лечится. Половина ХП у него сняли. Ну, ему, в общем-то, хоть бы хны, в общем-то. Уходит в инвиз, бутыль юзаем. Поближе встанем. Вообще нужно принимать под башней тогда крипов. ДДС лежит. Ну, как-то так нужно. Этими мелкими костами добивать. Оп, опять. Блин, да что ж ты будешь делать? Он же жёстенький. Оп. Он просто двоих кладет. Троих кладет.
Офигеть. А, он с ДД. Почему с ДД? Как с ДД? Не взяли, что ли, в прошлый раз? Вот мне давали совет, что если ты видишь руну, и не надо ее ни в коем случае оставлять, если только не своим. То есть надо полюбасу брать. Поэтому и убил, потому что с ДД. Нифига они с ним сражались. Да не видно было, что он с ДД. Чего, один в троих, Бон Флетчер. Разницы по уровню нет, фактически. Должны были заковырять. Так, давайте возьмем ТП. И, наверное, пойдем на вот этот вот лайн. Тут тоже нужно пытаться что-то делать. Вот с этим товарищем. Он решил сразу на меня поохотиться. Прожимаем спаги. Но сейчас мне нужно очень аккуратно действовать, потому что Бон Флетчер. Что я с ним буду делать? Соло, либо ходить сразу бригадой. О, а хорош, давай. Куда он уйдет, интересно? Он уже куда-то ушел сюда, к Джиггернауту. Юзаю ботл раз. Зевсуль, да не получится. Опа, Нейчи Профита убил. Называется, я не контролирую карту. Профит где-то был с низким хп, но кажется, говорил там мне этот Вивер. А, нет, не Вивер мне говорил кто-то как раз из темы, кто, видимо, сражался. Так, ну тогда это добро. Юзаю банку, юзаю хилку. Так, пугну здесь рядышком. Боюсь я, что выскочит опять Бонни и начнет тут раздавашки устраивать. Я чувствую, что он уже рядышком. Вот он. Блин, ну и все. Прожимай стики, не прожимай, не убежишь ты от него. Беда. Ну это из серии знаешь, но чего, ничего сделать не можешь. Телепортом надо было уходить, по чуйке просто. Тан-таран, таран-таран-таран. Ой, хорошо у нас модераторы в чате работают. Я им помогаю периодически. Как же быть-то, а? 150 до стафа. К сожалению, ситуация... Ну, есть, конечно, пугно 9 левела, фура 12, я 13, но хотя я на миде с другой стороны стоял. Чего мне тут? Но есть и Бон Флетчер, который тоже весьма раскачался. Давайте попробуем этого товарища спасти. Долгий ультимейт. А у него еще ульта сработала, поэтому. О, там наш друг. Да, убьем уже. Хорошо. Берем Staff of Wizard, притаскиваем на форсаже вместе с колечком. Staff of Wizard мне, кстати, ну, форс став в конечном счете поможет, должен помочь немножко от Бон Флетчера уходить. Ну, это так. Прохладно, потому что чем дальше, тем будет жестче. Ghost Skipper, говорят. О, можно эту башню снести. Fortified. И справа еще кто-то... И курьером убили. Блин, это ж мой курьер, это он сюда. Как? Вот опять Флетчер, который меня уже в который раз убивает. 19-го левела, вот для сравнения. Боня жжет. Не, еще есть расчет, конечно, на... Вот, например, на Джиггернаута с Battle Fury фейзами. И неплохого левела.
Но это не повод, конечно, отдаваться сейчас. Джаггернаут, это где? Это здесь внизу? Окей. Топ взяли. Винда уйдет, скорее всего, что она с Фурстафом, и она со своим Виндраном. О, Клинкс дисконнектился. И Кура 2 минуты. Так, может, подождем? Да, у нас есть небольшой запас. Ой, ой. Да, это одна из копий Спектры. Вообще любопытно, если Флетчер ливнет, то тут вообще игра переворачивается, потому что у них-то герои, ну не то чтобы плохие, но у нас не хуже получается. А что там сзади-то было, я вот не понял. Вроде какое-то движение, но не ясно. Клинкс. Так, берем четвертый уровень. Пугна паузит. А это фура улетел. Ясно. Башню можем забрать, если ее не задена или нет. Вот эта фура прилетела, называется. Джаггернаут разрушил башню. Отлично. По центру, кстати, нас дает. Так, за между прочим. И они валят. И явно валят к нам. Потому что вот Спектра, например. Хотя не уверен, что поверху пойдет. А через магаз пойдет. Надо было ее там ловить. Хотя еще вопрос, кто кого словил бы там. Народ-то у них было больше, вроде бы. Форстав 900 рецепт стоит. Мечутся все. ТП Джаггернаут делает. Ой, опять, ну ёпер СТ. Я даже не ухожу от него, понимаете? Он уже с БКБ, от него никто не уходит. Минус все, короче говоря. Минус 2, и тут я не вижу, как можно справиться будет. Фура еще хелпует. И все валят. Ульты у Вивера нет, но он на инвизе должен уйти. Линкин сфера все-таки присутствует. Джаггернаут делает ультимейт в самое мясо. Батлфьюри, кстати... Ну... И тут Спектра появляется. Еще. До свидания. 7 поражений сегодня. 7. Без гаста никак. Да, надо вспоминать про этот девайс. Причем желательно заблаговременно, пока у тебя есть деньги. Вроде ФБ на этом боне сделал. Потом мы слишком много на нем отдавались. Вдвоем и втроем на ДД. И ловил он меня раза 4 уже, наверное. Ультуй! Ультую! Ой, Пугна разрушил башню. Там фура уже на этом. Задержка в чате. Надо было сразу на выходе ультовать. Естественно. Все равно не хочется отходить далеко. Пугна, конечно, битая. Вот, вон Флетчер опять. Ну, я откидаю все, что можно. Неважно уже. Да. Курьеры тут притаскивают Кристаллис и Абадону.
Невидимость Вивер взял. Любопытно. О! Your bottom tower has been denied. Низ отменили. 26-17. Бон Флетчер здесь. Ой. Он там сразу выжирает крипа. Ну, получает, кажется, хп, скорость атаки. Что-то в этом роде. Пугну предлагают. Мочкануть. Там, правда, не только пугну, там и инвизный этот, скорее всего. Ну, вяжет. Ой, как хорошо завязал. И Джагет ультует, отлично ультует. Сразу минус один. Спектра, правда, за мной бежит. И Бон Флетчер. Ну ясно, все, мне надо отсюда валить просто. Сразу бутылку пью. Все без толком. Еще бутылку пью. Еще бутылку пью. Отлично добежал. Блин, что же за день сегодня такой, а? Your top tower is under attack. Понятно. То есть клинксам как раз выгодно жирных кентавров съедать из-за процентажа по урону и по хп. Flight 648. Кстати, ты абсолютно прав. Абсолютно. Даже вот настолько. Ну что, в который раз уже ресаемся. Тут у нас двое. Бон Флетчер уже не хочется идти сюда сразу же. Твоя ульта должна быть по КД, никогда не умирай, не заюзав ее. Окей. Хорошо. Я понял. Интересно, когда-нибудь на форс ставки накоплю? Ну, когда-нибудь. И мы выиграем сегодня хоть одну игру. Так, ну здесь не стоит углубляться, потому что рядом опять же Флетчер. Ох, там этот вард стоит. Довольно... Оп, да ладно. Ультую. Трипл килл. Сейчас будет. Четырипл килл. Ультра килл. Четырипл. Да. Уж. Ну и Вивер пришел для рампейджа. 226 плюс 130. Вот это Бон Флетчер. У него Дайдалу скоро будет. Или как он называется там. Квадрокилл. Ох, ребята, ребята, ну как так? Ну что такое? Ну, сегодня как-то не идет. Не идет. Героев вроде дают таких замечательных. Ну ничего страшного. Выходим. С надеждами. Там мульт у Абадона. О, просветочка. В молоко. Дальше не хочется уходить. Поставь галочку на соло матчмейкинг. Что такое соло матчмейкинг? Матчмейкинг. Ой, там я слышу, Бон Флетчер стреляет. Минус один, это минус два. Your top tower is under attack. A position of power. Onward. Не собирай то, что советую, а покупай то, что нужно против конкретных врагов. Сейчас бы мне брейсеры не помешали бы. По крайней мере, раскастовываться. Ну, давайте возьмем. ХП побольше.
Ой, это ультимейт был, а не Кура. Ну, сделаем вид, что это была разведка. Наверное, никто не понял из союзников, что сейчас только что произошло. Потому что я сам не могу это объяснить. Предлагают наверху дефиться. Беда. Ладно, ребятушки, не унываем. И снизу идет, надвигается, можно сказать. А тут одна пугна, и все решили вдруг на нее навалиться. Мажут. Блин, опасно-то как. Инвизный вард, и все вокруг него насколько боятся. Понятно. Теперь ясно, чего это не было тут. Нашего друга костяного. Кричит, слышите, иммортальти. Ох, не видать мне форстаф в этой игре. Ох, не видать. Джиггернаут фармит. Интересно, кстати, вард такой. Все разбрелись. Ой, не к добру это. Пытается пугну выловить. И выловит ведь. Даже без ульты Джаги. А я тут буду спамить. Так можно и на фурставчик нафармить. Я боюсь опять. Боня придет, все испортит. Что, что там? Да там Бон Флетчер. Да инфа соточка вообще. А не, фуров фармит. Вы уверены, ребят? Не к добру это все. Ульта. Ой, не к добру. Ой, фура. Ладно, ультую пока можно. Пью ботл. Кидаю этот. Простреливают фуру. Где она? Кто? Кто? Где? Почему? А Бон Флетчер справа внизу там настреливает. Дейдалу собрал? Уже собрал. Ох, там он раздавать будет. Дэмэдж 170-125, правда он, ну, не это самое, не бафнулся еще. Ну, проходим к нему. МКБ. Разрушил башню назад. Не надо, не надо, пожалеть. Ой, хорошая ульта у Джаги. И давай, давай, не доезжешь. А, Эгис. Так, уходим. Да, это, конечно, весело, но... Сейчас все будет по-другому. Стики, этот, ну и все, и до свидания. Ой, я рецепт куплю. Да, ежишь. Убийца теней. Да, кидал, в кого мог кинуть. А вниз бежать уже не хотелось. Почти убил иллюзию Спектри. Да я знаю, что это успех. Пишем ГГ. Выходим. Блин, что за день такой сегодня? Просто, ну просто. Все, вот до этого 8-0. Да, 8-0. Кто так играет вообще в доту? Да не, я сам виноват. Хотя вроде на миде стоял с ним. Мог раньше ФБ сделать, конечно, но...
Потом было больше косяков, чем в самом начале. Когда же мега-крипы? Форстап! Вау! Вот это прыгнул, вот это да. Вот этот номер. Опять этот гад. Ой, чувствую, умирать я сейчас буду. А не, в самом... На самом дне, как я умирать-то буду. О, Клинкс! Да езжишь! Да ладно. Трон убивает. Нормально мы их тут. Ой, там фуры еще. Фуру, кстати, можно. Ой, нет, Клинкс. Клинкс, нет, прыгай, прыгай. Форстаф не сработал. Давай, ай. Там КД у него был. Воу. Такой он тролль. Да. Это победа. Отличный гайд. Старкрафта давно не было. Давно. Ну, это ж от меня все равно. Валерий, мне там карточку дали. Карточку дали. Ладно. Самое время камбэчить. Сейчас как XCOM будет 100-0. Да ну, обижаете. Какое 100-0? Что за... Мы-то XCOM проходили вообще замечательно. И первый, и второй, и третий раз. Первый, правда, с хорошим лаком. И потом по нарастающей. Вообще этот документ Google Docs, который есть, он недавно я его читал, потому что что же я там... Чье же я видел? Кажется, We Love Games TV стримил не так давно XCOM, или кто-то из таких вот товарищей. Или нет, или кто-то другой. Кто-то... Не... Анклав, да? Или кто? Или... Не помню. Вот. И там как раз дали ссылочку на этот док. Я посмотрел, порадовался. Столько цитат, столько картинок, столько ценных советов. Там советов 150. Все прям такие вот... Без которых сложно пройти на самом последнем с галками. Когда победа будет, спрашивает. Победа будет, ну, завтра, я думаю. Загружаемся потихонечку. Сейчас смотрим, что нам выдаст рандом. А, капитан Смот, да ладно. Я за это самое... Пойду комментарии почитаю, есть время. Кто там разговаривает? Поставь английскую доту. Что? Так, надо увидеть, кто это говорит. Играю за керри, ты слишком мало внимания уделяешь лесным крипам. Так вот. Если ты подходишь к лагерю крипов на 45-й секунде, лучше не убивать лагерь, отвести его, сделать двойной спаун. 45-я секунда. Поддерживаю с Мишу со стримами доты. Написал товарищ. Со значком Хон. Ты каждый стрим ходишь... Ага, и совершаешь одни и те же ошибки. Возьми на стрим хорошего игрока, пусть тебя научит игровым моментам. Не хочу пока. Честно, не хочу. Михаил, в сборке СМИ посоветую собрать сначала поверх ножку, да, с ХП клоном. В смысле, с литрецы имеется в виду? Окей. О, это китаец у нас в тиме. Это не к добру. Китаец в тиме. Будет кричать. English, please. Да, с ХП клоном него немаловажно. После чего Владимир. У тебя будет много реген вампирика, нужна будет всем мека. Ага, да, дальше на выбор кирас, аганим или дагер. Понятно. Окей, хорошо. Запомню на след игру. Там картинка комьюнити.
Это тоже рисунок, знаете, такой. Иллюстрации европейского и русского сервера. Правда, рисунок такой весьма... С таким рисунком к доктору нужно ходить, чтобы он анализ делал. Например, цемки с маленькой головой. Или в разноцветные ядовитые цвета, большие зубы, кровь. Диагноз можно ставить. О, ну, самое главное, чтобы у вас все было хорошо. А я-то как-нибудь разберусь. Совет про Мипа не очень, говорит Гиби. Так вот. Save of Heroes. Right, no sound. Рандом. Тини там пишет. Я возьму героя, который там останется в самом конце. Enemy's turn to pick. Инвокера. Сейчас. Как завтра можно будет выяснить, выиграл Майкер Баттл или нет? Посмотреть запись. Бери пуджа. Сейчас я мыло открою, там может что интересного будет. На интегре. Когда герои? Не знаю, будут ли герои сегодня. Потому что видите, как Дота много времени съедает. Особенно с этими поражениями. Я мог на четвертом уже, на пятом победить, сказать, я молодец, и закрыть эту игру. Но, блин. Нет, Титана я стримить не буду. Потому что поздно, и потому что не запланировано это все. Что там в комментах? Практика — залог успеха, говорит Санта, поэтому нужно больше доты. И оставил традиционный рисунок бобра. Один восемь — это будет хороший успех. Это будет просто победа. Победа побед. Лучший результат. Пора показать скилл на пульше. А, да. Снэчер 91, видимо, 91 год рождения. Ворвался, написал, ушел. Нехорошо так, нехорошо. Толсто. Тренируйся где-нибудь. В другом месте, чтобы с изюминкой было. А так слишком. Тут идут баны. В нашей команде есть Винд, Раннер и, кажется, это Бэйн. Или кто это? Я не знаю, кто это. Надо хотя бы 8-8 сделать. Конечно. 8-8. Висп сегодня у тебя был? Нет, нет, нет. Виспа... В смысле? Да я не собирался заканчивать, в общем-то. Дистраптор у нас следующим получается. Хороший герой, интересный. Можно сказать, командный. Да, пожалуйста. Это не ваша команда? Да ладно. Реально, я в левой команде. Я за Свету играю. Свет! Да прибудет со мной. У нас Тини, Dragon Knight. Этот, как его, Вампоз.
как вам пост назвать? Найтсталкер, кажется. Сколько информации в моей голове появляется в последнее время. Вспоминаются... О, это... Или... Кажется, спутал. Это Silencer, а не Dragon Knight. Warlock. Ну, еще неделю назад я бы тут половину героев не узнал бы. Просто. Так что налицо прогресс. Молочко белгородское хорошее. Хоть что там позитивное у нас. Молодцы. Экспансия. Какой-то пролаг сейчас был. А баны у нас на Гулю. Кажется, на Энта, на Фантомку. Вот я не узнал вот этого товарища. Кажется, это Shadow Fiend вроде. Тут у нас антимаг. Магнус. Соул. Короче, Баунти Хантер внизу. А вот этого я не помню. Увы. По мордашке. Shadow Demon. Угу. Да, разок за него играл, но иконку не помню. 10 remaining. Никс это? Да ладно, это Никс такой. Понял, enemy's спасибо. Это рифл? Или не рифл? Похоже, что рифл. Нет, это не рифл, вот снайпер тут. Что за дедок такой? Лондруид, может? С медведем, который. Не играл тоже за него. Друид, угу, понятно. Я помню, вот за него как раз в старую доту на турнире играл. Медведя отдельно с блинком, нужный девайс ему. И этого там было очень здорово за него катать. В принципе, мне здесь все четыре героя уже были, и Тини, и Сайленсер, и Найтсталкер, и Варлок тоже разок был. Поэтому жду я пятого, может быть, его пикну. Пики от бога, говорит Ласткист Год. Ну, в пиках я вообще не разбираюсь, так что этот... Вам, конечно, виднее. My Cat Kill. Интересно, как Kill You? Kills нужно. Kills, жеж. Никнейм-то отличный. Он надеется, что это будет 8-1. Так, тут у нас... Морфлинг. Не, если... Можно и без вилл. Можно и регулярно кошку убивает. Почему нет? Просто такое перманентное состояние. Удачи в этой игре. Пусть у тебя все будет просто wicked sick. Ну что, я оставлю тогда... О, Огр Шаман. Короче, пусть они выбирают, кого хотят, а я оставшегося пятого возьму. И там уж... Будь что будет. Ну, нас никто вообще не берет. Да ладно, пацаны, Тини один взял, хорошо. Так, Огр Маг, отлично. Ну. Давайте. Сайленсер. И остался Варлок и Найтсталкер. Он Найтсталкер возьмет. Герой такой попроще вроде. Ладно, я Найтсталкер возьму. Все, убивать так убивать. Фу. Да, Найтсталкер такой быстрый, ох, он может гангать хорошо. Бэтмен, мы его еще называли, или Вампос. Он был один в один с Дредлордом, да, с Лизом.
бегал очень, очень здорово. Значит, что у нас? Урна, да? Через двое перчей. Фейсы Вангард. Ой, надо было, наверное. Ну, урна мне понравилась, на самом деле. Давайте я возьму вот этот вот билд с урной. Только, блин, бутылка еще. Бутылку не хочу. Да, вот. Нет, это тоже не то. Блин, везде бутылку рекомендуют. Кроме вот этого билда. Армлеты. Французский Найтсталкер. Ладно, возьмем этот билд. Так, ну что, стик-стик. Получается, хилочка. Daywalker, Nightstalker. Создает вардбар, вакуум днем, ночью, замедление, передвижение 50%. А, это ночью, да? Угу. Ночью замедление длится дольше просто. Понятно. Куру купили, отлично. Молодцы. Беру бутыль, иду на правый лайн. Майкер, лови прокачку. 1-3, 1-3, 1-3, 2, 1-3-3. Спасибо. Так где-то и будет. Крипплинг Фир на единичку, да? Для того, чтобы просто был Сайленс, получается, да? Это же Сайленс? Да, это Миссы и Сайленс, то есть дебаф и Сала. Крипплинг Фир, а рейндж какой? Это Директ, да, просто получается. 19 кд, 90, ага. 81 скилл. Скорость передвижения. Это ночью, как рыба в воде. Атакует, передвигается с большей скоростью. Да, ночь на дворе, кстати, сейчас и в реальном времени. 2 часа 7 минут, нифига об себе, заигрались мы в доту, называется. Надо было на доту, и на доту, на мид идти. Враг ушел из центра, окей. Так, у нас тут Виндранрака стоит. И мы с Тини тут нормально, я думаю, постоим. Что? Трипла у нас, оказывается, Огрмак еще. Не палится. Ай-яй. Вот как из бутылки раздается какой-то звук. Бульк-бульк, бульк-бульк. Какой-то он стрёмный. Не, у нас сейчас вообще два стана, то есть все должно быть хорошо. Хватит. Так, винда одна тут стоит. Но ее, в принципе, сложно будет убить. И плохо, что я на трипле стою, потому что я тогда не смогу нормально экспы получить. Наверное, надо было и на мид идти как раз. Блин. Может, на мид уйти? Сейчас как раз можно гангануть этого товарища. Руна как? 10 секунд? Может появиться. Зря ушел, думаете, да? Да нет, он вроде битый. Сейчас попробуем. У тебя есть там? Варлок может линку скинуть. ДД, отлично. Готовься. Сейчас будем гангать. Блин, уже половина прошла килса. Гоу? Да какое гоу? Нужно, чтобы он вышнулся. Я не хочу под вышкой стоять. Все, ладно, поехали. Он кинул лечение. Стан у меня пошел. Давай, 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 беги. Кидай. Ну, еще немножко. Ну! Ну, ёпперсет! Пойду-ка я вот сюда, вот тогда, к сайленсеру. Ну а что, что? Я сделал все, что мог. Я допустил, что будет руна, подождал, увидел, сделал, увидел сайленсера, пошел и умер. О, этот дистраптор еще пришел. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, вот я зря. Откидываюсь, как могу. Так, давай-ка мы сделаем все-таки что-нибудь. Еще один регенчик на ур. Ну что, субимаску? Можно субимаску, в общем-то, купить.
Стоим аккуратненько. Блин, тут еще морфлинг. Огр за мной, что ли, ходит? Ну ты даешь, друг. Ты чего? Наверное, лучше, учитывая то, что у нас тут три товарища, взять Соби маску в левом магазине. И урна. А сколько она там стоит? 250. Халява какая. Между тем, я плохо прокачался для ночи. Хорошим нужен 7-й левел. Ни в коем случае нельзя умирать. Все не так. Хорошо огр добивает, не очень. Можно за ним подчищать. Сейчас убьет. О, обманул меня. Вот это да, вот это он хитер-бобер. Так, берем тогда урну, берем так. Побежали на форсаже, поехали. Какую-то замануху, кажется, готовят. Ох, дистраптор там справа. Так, надо с курой встретиться на форсаже. Так, все, есть урна, можно гангать. Экспы нет вообще, ну что ты будешь делать-то? Ночью я буду руками разводить. О! Пошел вроде замес. Так, умрет. Это тоже умрет, надо только кинуть с него. Урну юзаю. Там Бейн. Есть крипы еще. Добро. Ой, там уже дистра прохильнулся. Так, ладно, давай-ка лучше урны. И вот она ночь. А у меня первая аура. Офигенно. Ну, в смысле, не аура, а этот. Ничего нет для ночи, ничего. 7-й левел должен быть. Сейчас почти 4-й называется. Почти 4-й — это печаль. Ладно, надо как-то. Давайте попробуем чего уж тут. Дистраптор отходит назад. Крипов, думаете, отводит? Не отводит. Под башней уже стоит. Ботинок у меня нет. Такой я лол. Пошел на трипло сначала. Зачем-то героем, который должен соло стоять. Просто ради экспы. Сейчас куплю. На пятом надо попытаться, конечно, что-то сделать. О! Ладно, поехали. Сайленсер вроде рядышком. Пытаюсь реабилитироваться. Говорят, добивать его. Ну ладно, поехали. О, хорошо. Так, берем. Берем 5-й левел. Надо, наверное, дальше бежать. Юзаю урну. Ох, фейзы нужны. А тут что у нас? Тут не видно, что у нас. Давайте посмотрим, кто на миде. Морфлинг мне вот 6-го не нравится. Сейчас я соберу вот этих вот товарищей. Скоро день уже начнется. Собрал отлично. По красоте.
Все, бегу вниз тогда, на Морфлинга. Если он там все еще жив. Тут надо фейзы собрать по-быстрому. Руны нет. Через лес. Да он не в лесу-то, точно. Можно было вот этого Вайда убить. Из одной части карты в другую. Уже все, уже день. Фух, беда, 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 огорчение. Ладно. Немножко наубивали, но это совсем не то, что можешь сделать. Ночью ульт всегда, чтобы продлить ее. Да я представляю, как действует Стоун из Варкрафта. Что он продляет ночь. Я это лет 10 назад рассказывал. Принцип тот же самый. Ну что, попробуем. Давайте, давайте, чего тут? Какие проблемы? И Бэйна давай дальше. Молодцы. Сейчас очень быстро отхиляюсь. Dragon Knight идет, сейчас руна пойдет. Увернулись. А вы уверены, что... Что вы тут... Ну, давай еще разок, давай. А, ульта, да? С ультой сложнее. Не, наверное, не стоит. Или стоит? Не, не стоит. Ой, Огромаг попал. Жаль. Так, башни разрушили. А, авангард, да? Щиток сразу возьмем. Я что-то не рассчитал, когда ночь заканчивается. Совсем не рассчитал. Урну в противник. Да все забываю про... Хотя там дэмэдж всего 150. Назад, окей. Нас, правда, четверо, их трое. Но ничего страшного. Раз Тима говорит назад, значит, надо валить назад. Так, я, наверное, передислоцируюсь сюда вот к Морфлингу, потому что мне сейчас нужно как-то провести день с пользой, а Морфлинг вроде позволит мне такого вот уровня. Хотя на восьмого. Добиваю хорошо местами. Может, шугануть его, пока не поздно. Надо шугануть Морфа. Он уйдет, это безусловно. Он уровнем повыше, и скиллы у него хорошие. Да ладно, серьезно? Не знал. Вот это прикольная тема. Так, и можно уже реген ХП взять. Колечко вот здесь вот натырить. Нет, тебе не нужно тогда. Возьмем кольцо, у нас не хватает. И стики еще зачем-то же прикупил. Сам не знаю. И начинается день. Днем, конечно, не все так хорошо, но у нас есть ульта, которая превращает день в ночь. У нас сейчас четверо вообще, на башню пойдем. Окей. Серьезно? Как-то очень непрометчиво, на мой взгляд. Ну, конечно. Окей. Не стоило. Вангард против четырех магов все правильно сделал. Пишет товарищ. Четырех магов я тут, конечно, в упор не вижу. Но ок. Так, наверное, нужно сплавить стики ненужные. Взять щиток. Вообще, ТП бы хорошо еще взять. Атак.
Есть ночь. Блин, наверное, надо ее юзать постоянно. I'll feast tonight. Вписываться, не вписываться, нет. Тут уже, пока я прибегу, все уже закончится. О, как хорошо. Дисраптор словил. Просто замечательно. Да, вот фейзы я действительно зря не использую. А их-то вообще нужно по КД врубать. Вот седьмого левела вот такого я должен был быть к началу первой ночи. Вот такая вот в идеале ситуация должна быть. Но я сначала на трипле постоял, отдался в центре, на ФБ. Потом пошел к двум товарищам справа. Блин, а у него же демедж хороший. Чего я ему сделаю? У него же аквила есть. И райт бенды. Фигово сейчас с морфом мне тут стоять. Не ночью. Ночью можно врубить. Пробовать его отогнать. Go mid. Ну ладно. Сейчас испугаю немножко его. Побегу. Сейчас он должен... Оп. Как я вовремя ночь включил-то? Прям удивительно. Дистраптор решил обойти меня. ВД у нас... ВР-ка, точнее, у нас слева. Да, ночь, конечно, у меня не очень. Но на третьем левеле будет постоянная ночь практически, поэтому. Блин, я боюсь, что сейчас... Так, ультует у нас Dragon Knight. ТП делает, очевидно, морф. Потому что он дальше всего был. И чего? Не, морф внизу продолжает бесчинствовать. Ну и ясно, и варлока цепляют. Я вижу Бейну, пытаюсь его гуфнуть. Вижу Dragon Knight'а с без хп, фейзы врубаю. Все, фигня, морфинг уже здесь. Ёпр, СТ. Урну юзаю. Раз, фигня, и убьет сейчас меня. Так, ну, по крайней мере, двоих на себя отвлек ненадолго. И тут уже вовсю мочат наши пацаны. Мультика срабатывает, класс. Ультракил от Варлока. Офигеть. Мог добить Войдом ДК? О, возможно, кстати, да. Так, давайте я эту продам. Возьму 2 ТП сразу к своим. Башню... Они не факт, что будут идти дальше, но, в принципе... Поддержать надо, наверное. О, продолжается экшен. Дисраптор с маленьким количеством хп. Варлок очень-очень-очень слабенький. Сейчас его будут... Дисраптора убили уже. Так, по-доброму. Ну вот тут команды тащат, не я. Ух. Б, говорят. Окей. На башне. Желательно налево, она поближе получается. Жду не дождусь я ночь. Прям жду не дождусь. Так бэкдор же будет, не надо, аккуратненько. Ботл, ботл, ботл. Да, наверное, ботл как раз на миду. Он для него. Берем третью абилку. Это у нас 35% и скорость атаки на 65%. Но только ночью. В этом есть уже возможность рубить ночь, но я, наверное, приберегу для башни. Простреливает. Что? Может, он хочет, чтобы я подлечил? Ага, вниз. Вниз, типа, вниз. Там двое подходят. Все тут подошли, может... Того? Да ну его.
Давай, ладно, попробуем. Все вокруг, далеко, я зачем-то первым врезаю, сейчас урну зачитаю, чтобы немножко реабилитироваться, так скажем. Внизу Бейн, в общем-то, и хотя... Ну, хоть кого-то. Во-о-о, Бейна сейчас забьем. Мультикаст отличный, еще один. Когда там КД там? Кто? Не вижу. Урну завязал раз. ГГ репорт ДК. Обязательно сделаем. Обязательно. Давайте Тини подлечим. На себя я опять скастовал. Вот я Вася. Так, вангар сейчас соберем. Опять сейчас Dragon Knight отдастся, судя по всему. Он тут не уходит никак. Воу-воу-воу-воу-воу. А это как было сделано? Кажется, стрела вошла, и надо мной еще обилка дисраптора висела. Хорошо, арка Виндранерска сняла. Закупаем Vitality Booster. Ультимейт Бейна, говорят. Так, ну в принципе сейчас, наверное, можно что-нибудь поубивать, наверное, как-то. Как-то, наверное, нужно. Ночь идет. Через центр пробегусь. И, наверное, к Морфу. 125, да нормально вроде. Мы должны его убить. Сейчас еще. Это Bloodlust на мне? Ох, спасибо. Я побежал. Вот как раз морфинг. Он и нездоровый, в принципе. Ласт на мне еще будет висеть. Ночь идет, столько бафов. Надо не забыть сало сделать, как только подбежим к нему. Сначала вот так вот. Ну ясно. Какой-то псих у нас, а? Где? Как быстро? Ну не туда, я не так оббегать начал просто. Это я Вася. Мультикаст Bloodlust. Предлагаю двигаться дальше вдвоем на базу. Интересно, я бы подождал немножко. Чуть-чуть. Как кто проявится на карте. Пока никто не проявился. Не выходит. А, вот Dragon Knight. Врубаю фейзы. Мультикаст отлично. Делаю сало на него. Еще раз фейзы. Еще обилку. Но Бейн меня хватает. Дисраптор кидает. Не знаю, так, чуть-чуть отступлю. Ой. Блин, даже урну не завязать. Я бегаю просто как... И надо бежать отсюда нафиг уже. Да, потому что... Да и наши там вроде бегают. Ладно, урны лечусь, потихонечку возвращаюсь. Надо вот этого товарища... Хорошо, меня хоть не догонят так быстро. Но это, конечно, был фейловый врыв. Справа башни уничтожают. Это, пожалуй, единственный плюс, который есть. Юзаю урну, бегу дальше, вижу Dragon Knight. Фейзы врубаем. Отлично, ликвид и фаербольчик. Делаю слоу. Начинаем бить. Bloodlust, спасибо Агру. Там сверху еще сало кидают. Иллюзию, ну окей. Попробуем сверху. Есть там что? Там варлок один. Но его бьют, правда тут есть... Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Да, пофиг. Фейзы врубаем, врываемся к нему. Давай, 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 давай. Пофиг. Отлично. Ульта вторая. Морфлинг. Опачки, вот это интереснее. Не, нельзя. Блин, как...
Виндранерка хорошо завязала меня на 4 секунды с деревом рядом. Нельзя держаться с деревом, если виндранерку рядышком. Может, бояут сделать пока ночь. Там сколько? 3 ночи. Не, не имеет. Нет, имеет смысл. Я даже, если по центру пробегусь, то уже будет хорошо. Так, что дальше? Давайте армлетик, наверное, да? Армлет. При нажатии на стрелки у портрета вражеского героя после смерти показывается урон вошел. Ага, понятно. О, справа экшен. Там был герой. Виндранер косигналил. О, там ДД еще. Норм, я просигналил. Ёпры, СТ, ДД взяли. Фейзы врубаю, пытаюсь убежать. И, конечно же, меня возвращают назад дистраптор на 4 секунды. За 4 секунды довольно много пробежал. Наших тут двое, я вижу. Их тут четверо, как минимум. Ладно, поехали, сайленс, но, блин, какая-то беда тут творится. Снизу двое подходят. Здесь ульта, делаю фейзы, бегу на виндранерку. Кидаю, замедляю. Сайленс вешаю. Нет, не вешаю. Блин, тут что-то какой-то хаос вообще. Стоит лезть, не стоит? Кто знает. Я думаю, не стоит, наверное. Ночь врубаем, вторую. Курьера я на базе через shift про... Герой-то бешеный вообще. Если им еще... Особенно под Бладластом такое что-то выдает. Курьер сейчас мне арморчик притащит с регеном. Давай, 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 не стесняйся. Господи. О, хорошо, мультикаст, замедление, и там ульта влетела. Сразу минус она, минус Бейн. Выходим, минус морфинг сейчас сделаем. Фейзы врубаю, под башню уже врываюсь. Что-то зачем-то непонятно, зачем мне нужно этого делать. Сейчас... Урну надо заюзать, как только... Да, раз, ГГВП, репорт ДК. Окей, конечно. ДК не очень. ДК действительно сейчас отдался снова. Ну да, это победа. Уже огр пошел охотиться. Не рановато ли, нет? Я пойду налево. Опять Женька сейчас встрепенется. Смысл в том, чтобы второе направление сносить. Варлок затащил. Варлок, безусловно, самый тут результативный. 13-3. Очень здорово. О, морф. Вешаем пару сал на него. И умираем, наверное. Виндранерка стреляет с ультой. На мне реген. Фейзы, урна. Ой, зачем я под выстрелом достаю? Я Васин. Ой, тут их много. Зачем я сюда пришел? Четверо. Вот не умею я оценивать. Надо на минимапу чаще глядеть. То есть просто по КД. Просто смотреть, сколько народу, где, кто, как. Наших нет, валим, все, профит. Не слышу радости, Михаил. Да и не я тут тащил. Это победа команды и варлоков. Сыграл даже значительно хуже, чем в паре прошлых игр. Начало так вообще фейловое было. Стыд. На врагов урны не юзаешь, на союзников тоже. Ну, почему я разок попытался тени отличить? У меня почти получилось. Нельзя так заобузить. Ой, ульта. Сейчас быстренько соберем
здесь товарищи. Почти. И побежим куда-нибудь искать. Я вижу одного по центру, там ходил через Рошана. Вообще они все по центру, в принципе. Я побежал тогда. Какая-то атака еще, нифига в себе. Ромки нет. Отходим. И отступили тут же, а? И вот день. Меня отпустил этот. Беда. Наверное, надо было продолжать наступление по правому направлению. Хотя вот у нас явно проблема, потому что будут катать наших. Мультикаст, Варло, конечно. Не, он даже ульту не скастовал, не успел просто под салом. И идти туда вдвоем, опять втроем отдаваться, тоже особо смысла не вижу. Как, собственно, как и мои союзники, судя по всему. Давайте возьмем армлет. Надо будет еще его включать. Сайленс. Говорили сайленсеру. И он не успел. Деда где? А, уже взял, да? Да ладно, ты серьезно? Да ну нафиг. Фейзы чаще взять. Просто фейзы, если есть, то все, просто вот их постоянно. Иксиш, иксиш и все. Постоянно. По-другому никак. Несите низ. Ну вот тут морф как раз. А ночь когда? День, 1 пп. 1 пп это после полудня, наверное. Тогда это плохо. О! Промелькнула ВДшка, кажется. Коричневая же ВД. Его ВРка. Все я путаю. У нас Вич-доктор постоянно один и тот же был. ВД, 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 а тут ВР. Так, тут морфинг проходит. Кам, говорят. Чего кам-то? Ничего еще не кам. Армлет еще не забывать надо включать, выключать. Это тоже для меня проблема. Вообще, я мог бы и по направлению поработать сам. Учитывая то, что мид пропушен, они собираются с другой стороны. Могло получиться. Shadow Blade попробуем собрать. Правда, такой жизненной необходимости в этом нет. Ну, просто потому, что ты чаще всего можешь на своих двоих убежать. От проблем. Массовый сайленс пошел, значит, за местом. За место без меня, да? Огр убивает дистраптора мультикастом. Там сверху еще с Бэйна укладывают варлок. Ну, видите, как хорошо оказывается. Даже я крипов не добиваю. Ох, мультикаст, как прет-то огра, а? Но у него аганим, с другой стороны, там уже хорошая вероятность. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Репорт ДК, thank you. И Dragon Knight уже выкупился. Уверенно идет. Серьезно? Ну, давай ночку тогда. Сайленс на нем бить не может нормально. Армлет забыл включить. Руну на него, урну на него кинул. Попробую достать все-таки. Выключил эту, врубил фейзы, отступил. Ой, снова нужно армлет включить. Фух. Опасная эта штука. Я все никак не могу привыкнуть к тому, что ты можешь ей лечиться фактически на этом, на этой разнице между ХП.
Так, давайте я лучше сюда впишусь, потому что здесь два каких-то бобра бегают. Хотя их тут трое уже. И все пошли назад. Да ладно. Клеймор попробуем дотащить. Руна регена. Слева находится. Новая волна крипов. И вижу, что ко мне уже выдвинулись, в общем-то. Огр маг взял. У него, конечно, да, с... Ой, сейчас я курьера могу своего убить сплэшем, наверное. Этим ни разу такого не было, но допускаю, что это возможно. Ох, третья ночь. У третьей ночи кулдаун там... У него длительность возрастает, а кулдаун уменьшается. Найс. Парни предлагают проносить. Я, в общем-то, солидарен. Правда, к сожалению, враги свалили раньше времени. Жду я ласта от агра. Dragon Knight слева врубает ульту. Вот я еще не готов врываться. Не все собрались еще, да и крипы заканчиваются. А вот они вроде готовы врываться, да ладно. Ёп-РСТ. Урны нет, ни черта нет. А вот урна появилась, киллс один. Вот, можно эту. Я вот зря вылез вперед. Реально зря. Все, побежал. Ульту заюзал, но ее нужно здесь вообще по КД уже третью использовать. И будем сейчас искать жертву. Ну тут, в принципе, уже... Да давно уже, наверное, все понятно. Но... Можно было значительно лучше сыграть за Найтсталкера там. Давайте, дуэлечки. Никто в здравом уме не попрет на Найтсталкера ночью. Наверное. А, Bloodlust еще. Ну. О, дистраптор кастует. Там все равно не пробежать. Ох ты, как там жарко-то, а. Да ну, бьют. Армлет еще включить надо по-хорошему. А, ну тут же все. В общем, ребятушки, видимо, на этой радостной ноте мы... Ты как, кстати, красавица моя? Еще не все, да? Ну, значит, еще партиечку, значит, наверное. Нет? За тебя затащил варлок, так нечестно. Согласен. Согласен. Птичий лепи 24-й появился. Лавелли. А что за баг с архонами, как Торман говорит? Не знаю, пройди по ссылке. Лавелли нашел баг с архонами. Когда вы теряете архона, lost counter stay same. It's hard to say who lost more in battle when... А, понятно, что сложно сказать, кто больше потерял с архонами. Такая интересная дичь. Отпускаешь спать или еще что-то? Ну, ох, не знаю. Не, давайте еще разок все-таки. Давайте сыграем. Пойду поготовлю тогда.
Ну давай, ну не торопись. Го героев, да нет, там героев долго. Там даже мы только взглянем на карту, начнем вспоминать, что там с чем, как отбивать верхний замок, и на этом придется уже завершить. Скажи честно, сегодня препарат будет? Что такое препарат? Видимо, нет. Я не знаю, что это такое. О, Верди стримит. О, уже не стримит. Хавалайн? Да ладно. Покер с Пипсом? Давненько. Если не героев, то King's Bounty. О, форс. Это же форс точкой. Кракен. Это форс? Да ладно. Или это не тот форс? Я просто... У него довольно оригинальное написание. Я редко встречал. Ну, фиг знает. Не тот, говорят. Ну, плохо тогда. All Random. Bristol Back. Разок за него играл. Интересный герой. Прям такой вот прям... Хороший, плотный, сильный, но тупой. В смысле, надо спамить постоянно, кидать вот эту вот хрень, шипы и врываться с криками «Аррх!» вперед. Bristol Back. Форшкиник, да? Давайте возьмем этот билд, что он подразумевает. Кольцо Базилу Стаут, Вангард Рецы, потом на резисты. Ладно, черт с тобой. Только, наверное, я... Может, базилку сразу собрать? Может, сразу собрать... А, давай сразу базилку, раз ты у нас на рандоме. У тебя все равно хватит ресурсов. Да хватит ресурсов. Да ежишь. Значит, смотрите, если вдруг вы не играли, у него 3 скилла основных, как и у многих других героев. Выпускает ливень из игл, нанося урон всем врагам вокруг. Урон фиговый, но есть доп. Урон, если в течение там определенного времени, до 14 секунд, будет еще разок вы делать, и цель получает урон, то цель получает на 30 урона больше. Атака урон 20, 40, 60, 80. Берем. Второе. Vescoat Nestle Goo. Что-то из носа у него, в общем. Два carry same line. Что? Два carry same line. Нога и... Ну и чего? У нас тут CM-ка. Вот этот вот... Вот эти вот сопли. Их... Это на самом деле сопли. Замедляет, снижает броню. И эффекты стакаются до 5 раз, получается. Длительность 5 секунд. В общем, посмотрим. Посмотрим. Но кажется, он надо будет играть через броню, что довольно странно. Третий скилл — это у него сопротивляемость в случае получения урона со спины и с боков, кажется, да? Снижение урона с боков и со спины. Со спины на 40% на четвертом левеле. Что приятно. Мне не нравится то, что он без гушки вообще работает. Ну ладно, попробуем. Ох, тут еще Джакира на линии. Два рейнджа. Ой. Ох, ой. Не хочется лезть под башенку. Надо было постопать крипов, чтобы не было вот такого начала. Мейденку уже начинает нюкать. Ой, сейчас Джакира может, кстати... Давайте-ка прикроем девочку.
Надо быть осторожным. Медуза забросил игру? Два ливера? Вы издеваетесь? Джакир отключился? Ну и ясно. Все отключились от игры. Ну... Ну что, видимо, не судьба нам последний раз сыграть. А может и судьба. Сейчас. Жень, тебе сколько на ужин надо времени? Жень! 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 Не слышит, видимо, в ушах. Ладно, бог с ней. Анонс турнира от Вайтры. Тема на форуме про Дмитрия Смелого. Старенькая, хотя 3 июля. А, 12 года. Подняли старую тему. Норм ужин. Какой ужин? Вредно ведь. Как вредно? Почему вредно? У меня это второй прием пищи за сегодня. Что, мне не есть, что ли? Могу не есть, если скажете, но толку-то. И долго ищется, и в поиске русский есть еще почему-то. В общем, давайте прощаться уже, действительно, а то... Черт знает, насколько игра затянется. Можно, конечно, героев катнуть. Правда, нужно стоп-стартить стрим. Да, давайте сделаем так.